Так, здравствуйте. Мы в эфире? Ну, так-то да. Да, всем привет. Я завис. Ёбаный камер. Завис. У тебя что-то она висит. И кокос еще там. Так, дорогие друзья, всем привет. Всем здравствуйте. Всем доброго вечера. Среды. Сегодня 22:33 по московскому времени у нас. Вот, и пока видно, похоже, только меня, Максим куда-то исчез. Вот. Да, считайте, меня нет вообще. Призрак прошлого шкафа, дух. Вот, всем огромный привет, кто уже ждал этот стрим, кто начинает только подходить. Вот, отдельный привет, кто смотрит этот стрим уже в записи. Спасибо, то, что поддерживаете таким способом. По-прежнему у нас 8 потоков. Яндекс, Good Game, 2 Ютуба, Game Genius и обо всем почти цензурно. ВКонтакте, Twitch, Trovo и, конечно же, Взад. И streamcube.ru. Привет, привет, ребят, смотрящие там. Там плеера тоже висят. Вот. И... По славной традиции, сложившейся уже, наверное, в течение нескольких стримов, от моего сердечка летит эксклюзивный шалом любимых женщин. Шуша. Блять. Почти все сломал. Ты и давай все... болтай, я пока тебя насраить буду. И всю реплику сломал. Шуша. Люблю тебя. Вот. И я по-прежнему подобрал футболочку под... цвет резиночки, опять же, подаренной самой красивой женщиной. Вот. Я, короче, я забыл сказать, во что мы сегодня играем. Ну, вернее, во что будет Максим сегодня играть. Симулятор фермера, фарм-симулятор или симулятор фермы. А, нет, фарм-менеджер. Манагер фермы. Манагер, да, манагер фермы. 2021 года. По всей видимости, игра вышла в 2020, да, году. Ты меня что-то там совсем маленьким сделал. Ну ладно. Да я пока тебя переворачивал, там все сбилось. Ой, да ладно. Так. Все нормально. И играть, наверное, надо, нет? Надо, а то я могу по пару часов, там 2 часа сидеть, как колено дудонить. Обо что вообще игра? Я как бы не в курсе. Вот стратегия. И все. Так. Нужно собирать хмель и солод. Ну, я выбрал сценарий пиво. Будем производить пиво. Я вижу там поля какие-то. Так. Просто. Так, я сейчас управление вообще вспомню. А то я давно. Ты в нее вообще играл хотя бы раз? Да, я же сказал, я хочу обзор снять, сравнение с предыдущей частью игры. А чё не снял-то? А мне лень. Скиды! Ой, там уже что-то залетело. Нет. О. Опа, прочитаешь там. Да ладно! Это топовый донат! Там опять музыка с авторскими правами. Надо поменять. Да ладно! Шуши будет с повелым. А, залетело 10 тысяч шекелей на кольцо. Шуша будет с Павелом. Это, если это вопрос, то пока я ничего не могу сказать по этому поводу. В ближайшие какие-то дни это, я думаю, решится. Ну или в не ближайшие. В любом случае, комрад, спасибо, кольцо будет куплено. Деньги уйдут туда. Спасибо, так, общем, за поддержку. Да, спасибо. А, есть поля, да. Да. Вот и рожь и есть. Павела. А? Вот поле с рожью, пшеницей, с рожью, пшеницей и с рожью. Я так понимаю, чтоб сусло делать. Так подожди, а как вообще делается пиво? Ты когда-нибудь делал пиво? Скажи мне. Делал. И из хмеля.
хуярится салат из хмеля. А из солода хуярится что-то? А не знаю я, как из солода делать. А зачем я тогда вообще назвал стрим «Хмель и солод»? Я не видел даже, как ты стрим назвал. Так, ну что вообще делать? Давай посмотрим. Нам нужно произвести 20 тысяч килограмм любого хмеля. И еще 20 тысяч килограмм любого солода. И нужно продать 18 тысяч пива. Так, вот это что у нас? Это у нас производство кого? Что это такое? А, мельница один, вот. Тебе здания вообще какие-то надо строить? Ну, походу, да, у меня вот склад есть, получается, мельница. Ну, комбайн один стоит. Ну, у меня все 70 тысяч всего. Ну, его починить надо. Чтобы постругать хмель, его нужно где-то вырастить, потом какие-то рабочие негры должны собрать. Вот дом, здание для постоянных работников, тут сюда нужно их нанять. А вот это мой дом получается. Дом хозяина. Хозяина плантации. Хмельных плантаций. С нигерами просто. Так. Так, любого солода. А где нам солод производить? Вот. На мельнице делается мука. Ну, солод же тоже где-то выращивается, по идее. Кто? Солод, по идее, тоже выращивается. Что это такое вообще? Это трава? Ну, такая же. Ну, это такая жижа. Жижа? Сейчас все узнаем. Так. Нам нужно, наверное, производство какое-нибудь. Сейчас познаем всю технологичную мощь. Семянные рассады, мельницы. Крафтовая пивоварня есть. Только у меня нет денег на нее. Пивоварня, нет денег. Так, как денег заработать? Ну, я могу все, что построить, это сарай. Сарай. О, и повеситься там еще осталось в этом сарае. Не, ну подожди, чтобы накопить денег, тебе нужно сначала сварить что-то, я так понимаю. Да я вообще без понятия, что надо сварить. А чтобы сварить что-то, тебе нужны деньги и какой-то порочно замкнутый... Да вообще, я же говорю, надо было песочницу начинать. Так, мне надо нанять людей. Есть пчеловод. А из меда пиво делается, нет? Сейчас будем медовуху хуярить. Ну да, медовуха, правильно, из меда. Так, тебя возьмем. Залежку. Тебя возьмем. О, пчеловода надо обязательно взять. Ну у них вообще какие-то скиллы есть. Вот, пчеловод, вся фигня. Ну, обязательно бурятского бери. Он, думаю, будет уже бурятом. Поработав с пчелами. Станет в процессе. Давай поставим пчеловодню. Дом пасечника. Пускай нам мед собирает. Так он должен сначала пчел это надрессировать же. Поставим, закупим ему пчел туда-сюда. Получается. Пчелы, я пока вообще без понятия, что делать. Потом он их накурить должен вот этим дымом всяким вкусным. Чё-то мне не нравится этот сценарий. Лучше, наверное, в песочнице это было начинать. Ну давай в песочницу пойдем. Потому что у меня вот 68 тысяч, как бы завод стоит 300 тысяч. И я буду весь день зарабатывать на этот завод. Так, свободный режим. А в песочнице ты, блин, как будто сразу купишь этот завод. Ну сейчас я вон наличный 2 миллиона. Доходы животноводства. Да, да. 100 тысяч ставь и хватит. Размер урожая, вот, на максимум цены, да, всё. Лепестричество, несчастье, пожары. Ставь 100 тысяч, выживем на сотку.
Да, мне 100 тысяч мало. Будем выживать. Как эти, есть там паблики всякие же, да? Там, выживаем на 100 тысяч? Не, не на 100 тысяч, просто на сотку. Блять, если бы на 100 тысяч. Так, нам нужно что-то сделать сейчас. Во-первых, надо нанять людей. Здание для постоянных работников. Для постоянных работников. Так у тебя, подожди, у тебя в песочнице получается один только твой этот барский дом, и пока больше ничего нет? Ну да. Так, дорога гравийная, пока деньги есть. Погоди, а чё за этот, какого... Что? Херасе, 30 тысяч шекелей золотых стоит вот этот сарай для плантационных негров? Ну как, им же еще за зарплату платить. Так, мы видели, что нам нужна мельница. Как бы не зря мы в сценарий это заходили. Поставим мельницу. Блин, ну давай ее сюда поставим. Как бы мельница 160 тысяч стоит. И ну, нам нужен этого... сарай. А там же еще мельник нужен, или этот пекарь, или кто там обитает в этой мельнице. Как его зовут-то, чувака? Геннадий, наверное. Нам нужен Геннадий. Генка. Чтобы варил всякое. Ставим сарай. Вот смотри, там кран работает. А, ну правильно, он строит. Что? Так, сюда нам лепестричество нужно и человека нанять. Человек. Так. Обязательно негра. Куда без этого? Трансформатор нужен. Желательно гомосека, чтобы все было. Чтобы всех удовлетворяло. Да. Чтобы и Twitch не ругался, и вот это вот все. И YouTube. Да, от YouTube на Сергуме сразу прилетит после этого. После стрима. Потому что они там постоянно у них это происходит. Только стрим завершаешь, все. Желтая монета. Улетела. И, соответственно, этот видос или стрим выпадает из рекомендаций из всяких. Яндекс, расскажи мне, как это у вас там так получается без ленты где-то что-то крутить? Там подписываются люди. Пока показывается, ранжируется все-таки. Где-то оно там. Но я пока не понимаю, где. Что происходит сейчас на экране? Прокомментируй. Да я вообще без понятия. Ситуацию. Вообще без понятия, что тут происходит. Я просто тыкаю на кнопки. Блин. Да. О, я могу винный погреб построить. Но как бы... А пивный погреб нет? Пивный. Дивный погреб. Сейчас поставим парковку. Нам нужны машины. Нам нужно больше, много машин. Нужно больше трансморферов. Или как они там себя называли? Понятия не имею. Вот и купить комбайн. Побить комбайн? Комбайн для сбора винограда. Самоходная корморезка. Самоходная. Это нам не нужно. Подожди, а тут эти коровы есть там какие-нибудь, я не знаю. Есть. Можно подержанный купить. Сейчас подержанный купим. Нужно же это. Что? Белый русский можно же мешать. Ну, типа создать какой-нибудь виски вкусный и мешать его с молоком. Это белый русский. У нас же не бар. Да почему? Да, давай. Давай бар открой. Да. Так. Вообще поляны какие-то нужны, да. Рожь и... А, давай. Я ж чаще что строю? Мельница. Нам нужна пивоварня. Нам это нужно... у нас в производствах.
Мельница. Нам нужно всякое. Крафтовое пиво, варня. О, вино... давай. Ну, вино... Кто? Виноградник? Виноградник. О, коптильное есть. Еще за закуску будем коптить. Да, так что животные точно нужны будут. Вообще нормально. Вот, и оттуда скотобойня, еще молоко, переработка, фрукты, пекарня. О, еще томатный сок можно сделать. Надо свину завести там, да? Какой-нибудь. Завод по производству масла. Завод по производству продуктов. Как тебе такой? Вот, а по производству масла там же как корова же нужна, да? Из коров масло. Ну, из молока там же вот это она взбивается там в этой вступе чертовой. Корова? Я показал, блядь. Нет, молоко там, я не знаю, что там, сливки снимаются или что там снимается. И, короче, из какого-то вот этого говна делается масло. Из чего-то еще. И маргарин. И не знаю еще, что, корм. Так, а вот. Кто у нас сюда пойдет? Ты пойдешь. И ты пойдешь. И ты пойдешь. И ты пойдешь. И тебя вылечит, да? И меня вылечит. Вообще можно чего-нибудь закупить. Вот чтоб эта мельница работала. Например, пшеницу купить, пускай муку делают. Пускай муку делают? Ну пускай делают муку. Так, только я вспомню, как это покупать. Купить. Как это делается? А? Зерновые. Это ячмень. А вот это ячмень, пшеница. Ячмень к какому подвиду относится? Вот этого вот всего. Рожь, пшеница или нет? Я не знаю чего-то. Мне нужна еще башня, куда все складывать. А, вот это, как он называется-то? Водопроводная, да, большая? Ну да, водопроводная. А еще тебе нужен элеватор, это который там зерно это, крутит постоянно, чтобы оно не сгорело. А то там происходят какие-то химические реакции, оно возгорается, само воспламеняется. Ну оно может, да. Так. Мне кажется, музыка громкая. Музыка громко говорю. Ну сделай пати. А ты этот эпидемик включил, что ли, или нет? Не-не, не в игре. А, ну сделай потише. Я просто не знаю, не слышу сейчас. Так. Какое предупреждение? Там... Нет склада, там вообще... мельница один. Сейчас будет. Там вообще в целом звук громко. Можешь глобальный звук убавить. Да я устал его убавлять. И чё убавь? В микшере убавь. Да я и так в микшере убавляю. Он на семерку. Что, оно почему-то слишком громко. Ну, сейчас нам нужен. Так вот, построилась у нас пивоварня. Производство, изменить производство. Горький купаж хмеля. Ароматный купаж. Какагет работает. Пиво. Я могу на иконку потыкать. И как вкус. Ох, нихрена. Веселье приносит вкус бодрящий. Тут можно свой рецепт намешать, прикинь. Хмель, хмель каскад. Хмель Центениал. Сантиниал. Хмель Чинук. Сантьяго. Цитра. Маринка хмель. Марин. Хмель Симкая. Так. Но туда нам нужно два работника. Не, ну вообще, пиво-то и дома можно делать. Так, у меня один товарищ делает. Я посмотрю, что варится. Мне надо. О, всякое. Солод. А кто у нас солод делает? Ну, не знаю. Солодный завод? Если не Геннадий, то может быть бегут. Так, производство, мельница, крафтовая пивоварня, виноградник. Как? Нет. А чё это? Тут что ли соло делается? Зови негра Виталю. А, сейчас вот, соло делается на мельнице. Давай. Соло из озимой пшеницы. Вот. А как он там делается? Его там перемалывают, походу.
Так, мы на... нам надо купить пшеницы. Специально обученные люди? Ну, у меня там три их. Три обученных человека специально для перемалывания вот этого вот всего. 10 000 хватит купить. Купить. Сейчас привезут. Так, и нам нужны поля, чтобы это все выращивать. Интересно, а Twitch ретранслирует то, что... Так, давай поле вот такое. Да, автоматическая ретрансляция. Гамгуниса на Сербуниса. Идет все. И вот такое поле. Что ты делаешь? Мне нужны поля. Мне нужно выращивать что-то там. Давай дороги строить лучше. Нет, ты любишь, да. Все мы знаем. Так. А ну, где нам выращивать хмель, собственно говоря? Надо перестать проверять телефон. Хмель. Да, потому что я так. Все, с, думаю, с этого, с минуты на минуту вот-вот напишут, бывает. Но сейчас, сейчас нет. Так, что ты построил, два поля выкопал? И что еще ты сделал, дорогу к чему-то? Полям. Так, а мне тем временем пшеницу привезли, и тут надо... А, не тут, а вот тут. Так, извини. О, ты в Телеграме написал Steam. Ну, бывает. Измени его. Да, я могу, я изменил стрим. Так, ссылка на Телеграм в описании, не важно, где вы смотрите. Хотя нет, важно, она есть в Яндексе, на Ютубе, ВКонтакте, на Твиче, по-моему, и все. А, на Тру нету. Вот. Короче, переходите там на Ютуб или ВКонтакт, и там в описании. В общем, чтобы получать уведомления оперативненько. Потому что YouTube с этим вообще никогда в жизни не справлялся, а ВК тоже. Хотя в ВК можно нажать, это как подписаться на уведомления, и тоже можно получать по начале стрима и записи. Так, что ты покупаешь, продаешь? Я выбираю хмель. Какой хмель выращивать? Зеленый. Ну, они все зеленые, только потом коричневые будут. Вот, допустим, этот хмель, да. А, мне теперь нужна вообще техника перед этим. У меня один комбайн. Кунг-фу. Поле-то оно вон какое, там руками не вспашешь. Вообще совсем никак, да? Так, давай, мне нужен трактор. Вот этот трактор купим. Новый, ну, только. Помнишь этот Тыртырмить-то, это трактор Беларус, по-моему, да, был? Не знаю, он глазастый какой-то. Ну, бери глазастую. Так, и к трактору нам нужны всякие штуки. Плуги, хуюги. Плуги-вуги, помнишь? Плуги-вуги, да. Сажалка. О, сажалка может сажать хмель. Купить. Сейчас будем хмель сажать. А перед этим нам нужно спахать поле, потом его закультивировать. Эвакуировать поле? Культивировать. Культивировать. Что означает культивация? А этот как? Да, это означает культивацию. Да. Так, спас. Освоение вот этого вот всего, да? Насколько я понимаю. Так, что тут у нас есть? Культиватор. Культиватор. Мне нужен пук. Мне нужен культиватор. Дайте мне его. А лучше два. Бери два, на всякий случай. Лишним, наверное, не будет. Сейчас я только плуг найду. Кого найдешь? Плуг. Плуг. А, только мелкий плуг есть. Ну фигня, мы можем купить другой трактор.
что-то можем. А может и не можем. Деньги-то кончаются, скорее всего. Ну, есть такое, да. Там же содержание вот этого вот всякого же, да? Да. Тоже, скорее всего, денег стоит. Не зря же оно манагер называется. Ну, надо. Блин, я, короче, в какой-то манагер однажды играл. И знаешь, как он? Неудачно. Знаешь, как он назывался? Нет. Сим-Сити назывался. 2000 причем. Так, я купил другой трактор. Я даже не помню, какого года игра. Сим-Сити 2000, вот это вот. Ну, наверное, 2000-го, нет? 99-го, наверное. 93-го года. Так, вот я купил трактор и плуг к нему. У меня сразу назначился работник на спашку. И как бы вот первая проблема этой игры. Я не могу сам назначить, кто будет работать на этом тракторе. В смысле? Там рандомно подходит чувак? Типа, да, вообще. Вот, например, у меня Вера Константинова. Нового, да. Вот у нее хотя бы умение с машинами работать есть. И, ну, он какой большой. А может быть вообще какой-нибудь фиг знает, который там за один выезд все сломает, назначится. А в предыдущей части ты сам выбирал, кто у тебя на тракторе этом будет работать. Тракторист-машинист высшего профиля? Ну да. Работать. Так я, насколько понял, ну, по крайней мере, Good Game мне показал 3 фарминг-симулятора, вот 2021, 2018 и просто фарминг-симулятор. Я что-то не нашел информации, вроде бы, или плохо искал просто. Я только 2 знаю. Вон, смотри, тут пашет поле. Ой, зря я это сделал. Сейчас посмотрим. А вот, и проблема еще в том, то, что у этой игры нет никакой статьи, нет никаких статей в Википедии. Вот, и поэтому я ни хрена не нашел информации. Вот набор. Вот в Steam предлагает, по крайней мере, 2018 и 2021. А где обычный фарм-манагер? Я что-то прям не получаю. Не могу понять. О, смотри, у меня сол делается из пшеницы. Я же купил пшеницу. Купил пшеницу, теперь можно делать солоницу, да? И так, вот это вот всё. В принципе, мы можем уже назначить работников. Нет, не можем. В принципе, конечно, еще есть и хмель купить. Так, купить хмель, сол есть. Вкус еще можно добавить какой-нибудь. Ароматный купаж хмеля. Горький купаж хмеля. Ароматный горький. Еще можно картинку. Ароматный борщ. О, блин, я бы борща поел, да. Блин, я вообще, кстати говоря, не помню, когда последний раз какой-то борщ ел или вообще какой-то суп ел. А, нет, пару месяцев назад в Пятерке покупал вот эти вот замороженные в банках. Блин. Стоит как истребитель поддержанный, а по факту там вообще вон четверть этого стаканчика сраного. Ни хрена, блин, вообще не наешься. И не, ну, в принципе, съедобно, вот, но такое себе соотношение цена-качество, качество не это, не очень лучше. Ну и что там у тебя? Да я опять культиватор купил, большой, но подержанный. Вот теперь ему надо культиватор купить, чтобы он дальше продолжил. И он как бы все автоматом делает. Ты вообще сам не выбираешь, что кому что делал. Так ты же один культиватор уже купил. Я купил плуг. Его заплужили. Заплужили. Заплужили плуг. И теперь надо закультивировать. А мне еще и второе поле. Так. Ну, в принципе, можно животных сделать, да? Ну, надо свину посадить, корову выгулить и вот это вот. Все. Можно рыбный завод построить. Давай малый
Коровни нет. Нам нужно мясо, значит, свинья. Давай, небольшой свинарник. Покупаем. Покупаем, продаем. Давай сюда, все. Свинарное производство наше. Блин, помню классную игру «Войну и мир». А у нас, по-моему, был, да, стрим по ней когда-то? Да, ты там дороги не строил? Или это была другая игра? Нет, это была та самая игра. Я там строил дороги. Там нарезка еще, по-моему, даже по ней есть. Да, где ты дороги строил? Вот. Так. Там в эти, как... Блин, там и стратегия, так стратегия, вот и экономика мне там вообще очень нравилась. Вот, там, короче, чтобы вырастить свину, там нужно построить дом. Чтобы построить дом, нужно дровосека нанять. Вот, потом этого лесопильщика, чтобы один нарубил дерево, потом досок сделал. Я камнетёс добыл камень и почесал его. Вот. Строишь, потом нужно этого свиновода нанять. Вот. Этот свиновод выращивает свиней, но чтобы кормить свиней, ему нужно вот это сено, пшеница, короче. И самогон. А? И самогон. Желательно, да, винище какое-нибудь. Вот. И тебе нужно построить этот зиккурат. Пару штук. И чтобы чувак там косил эту пшеницу, потом относил ее на эту пшеницу, там вообще дохера чего там и в мельницу ее надо, и свиноводу, и коневоду. Там, короче, очень много нужно этой пшеницы сраной просто. Так. У меня. Так, есть один. Еще одна. Вот животновода надо нанять. Вот, точно. Вот так вот он и называется. Животновод. Так, вроде бы. Есть Наталья. Нанимаем, правда, она нифига не имеет, но она. Почему? Я... Почему у тебя одни женщины? Да я не знаю. Просто по повесточке нахер. Так. Назначить вот тебя работать назначим. А сюда тебя. И ты работай, и нет, ты работай. Не тебя. Вот еще ты. Вот тебя. Вот я еще навозосборник. Навозосборник? Нам будем навоз продавать еще. И ну, нам нужно купить животных. Купить. Вот, можно кабана купить за 90 гривен. А можно свинью купить за 80 гривен. А кто вкуснее, свина? Ну, наверное, свина. Но она дороже, чем кабан. Дешевле. Или... А, дешевле? Ну, тогда свину надо покупать, раз она вкуснее... И дешевле. Так, можно 10 штук купить, а можно штук 5, и пускай они там размножаются. А, так им кабан тогда нужен, чтобы размножаться, нет? Как кабан-то будет размножаться с кабаном? А со свиной? Итак, кабан разве не со самкой? Тогда будет кабана-свин. Кабана-свин. Вот, ну, и купили мы их, и им нужно, смотри, рожь, овес, кукуруза, соя. Люпин. Им жрать надо вот это вот все. Давай еще поставим сюда башню, куда все это говно будем складировать. Им жрать. И один зиккурат. На одну тонну. И есть, закупимся. Да. А что купить? Ну давай, короче, будем кормить чем? Кукурузой и еще чем-нибудь. Смотри, свиней привезли. Они там хрюкают еще. Куда они? Такой телепорт просто. Ой, еще они привезли. Не хватает дополнительной какой-то анимации, потому что, вот, допустим, в «Войне и мир» на секундочку... чтобы они прошли. На секундочку, «Война и мир» игра там какого, 99-го, 2000-го года, там шикарнейшая анимация всего. Вот. Там как они ведут там этих коней, свиней, свиньи как там растут, хрючатся, как там этот свиневод забивает эту свину. Вот, и все прочее. И все анимации всех действий такие прикольные. Ну, разве что
когда этот чувак там молотком подолбил по деревяшке и получился кожаный щит, кожаная броня. Да, ну, блин, извините меня, это было сколько, 20 с лишним лет назад. А эта игра 20-го года или какого, я уже забыл. Я не знаю, можешь посмотреть, какого она года. Так, и рожь надо закупить, пускай жрут. А овес, думаю, не будем им давать, они ж не кони. Кони тоже пони. А, нет, все-таки 6 мая 21-го года. Я просто привык, потому что если они называют там 2021, там, и 2022, то игра годом ранее выходит. Ну, типа как с футболом, да, там, FIFA или Pro Evolution Soccer. Сейчас там, я не помню, как они по-другому, по-моему, называются уже. Так, вот у меня закультивировал поле, да, что он хочет сейчас? Нам, говорит, нужно разбрасыватель удобрений. А если не хочу удобрения разбрасывать? Нужно их культивировать. Вот опять затраты. Купить, разбрасывать удобрения. Купить удобрения еще. Ну давай купим. Зачем тебе еще разбрасыватель удобрений? Вот он хочет ту его. Пускай руками кидает лопатой. Ну, там можно, если поле не так... Вот, тут есть галочка, разрешить работу вручную, то там соберутся все, кто не занят работой, и давай руками там хуярить, и там пару дней его буду удобрять, а ты будешь сидеть как дурак ждать. Нормально. Ты зачем этот трактор взял? Вот, мне вот этот трактор сейчас нужен был, чтобы проплужить вот это поле. Отменить действие можно? Да все, уже поздно. Взял и поехал. Пшеницу, мы же пшеничку будем варить, да? Пшеничку обязательно надо вот сварить. Вот, сюда будем пшеничку хуярить. Вот мне сейчас этот трактор нужен. А он вот эту штуку зацепил и пошел разбрасывать удобрения. Кто это? Еще баба на натуре, да? Вера. Ну ладно, хоть она в машину сечет. Не сломает трактор. Там какой-то гроб или что, биотуалет он за собой возит просто. Вот, а туда, получается, удобрение. Какой округлишки загружает и хуярит. И человечем же не можно. Так это... Вот, всего дано говно, а пока говна у нас нету. Я свинок только купил. А, так это вот они в этом складироваться кругляшке должны? Животные галлонные, второй свинарник. Так это, расти пшеницу, они должны жрать. Во-во, я заказал там еды им. Пускай жрут. Правда, кукурузу надо еще заказать. Я мало ее купил. Подожди, а вот эта вот бочка, они же туда, наверное, свинячье говно скидывают, в эту бочку? Вон там, слева получается. Не, просто, помнишь художественный мультфильм «Симпсоны в кино»? Где он этот... бак вот этого свинячьего дерьма окунул в местную реку, и случился местный климатический апокалипсец. Из свинячьего говна. Их еще типа это куполом накрыли. Кстати, художественный сериал «Под куполом» тоже прикольный, правда, жалко, закрыли. Мне так кажется, то, что закрыли. Вроде бы. Он завершен или не завершен, я вот что-то прямо вообще не помню. Вообще так, планировали там уже... удобрено, сейчас у нас посев нужен, да? А что посеять нам... А, у нас хмели сажалка есть. О. И ты... Куда сейчас поехал синий трактор? О, ладно, правильно поехал. Ёбаный рот. Так, первый доступно первый и второй сезон, в смысле. Там же планировалось типа 7-8 сезонов или что-то типа того. Это же по кинговской книге «Под куполом» сериал уже сняли. Продолжения не будет. Статус сериала. Ну вот, блядь, что-то взяли и закрыли нахер. Вот, о, них... сообщение пришло. Ваши животные готовы обзавестись потомством. Вызови ветеринара. А как бы они с другом это не могут сделать?
Обязательно ветеринара надо вызвать. Джексон пришел на YouTube Game Genesis. Здорово. Привет, вызови Джексон. Ветеринара. 560 гривен, ёбаный рот. Они, блин, с другом нельзя, что ли? Обязательно надо кого-то вызывать, чтобы они запихали туда. Джексон слышал, что YouTube собирается блокировать на 10 лет. Но звучало еще предложение конфисковать YouTube и не блокировать. Как думаете, что сделают? Я думаю, то, что заблокировать они его не заблокируют. И мне кажется, потому что он слишком сильно интегрирован вообще в сервисы Google. Если его попытаются заблокировать, сломают вообще все здесь. Блин. Надо Google заблокировать. Да, тогда а на Гугле очень много чего завязано, и как бы в том числе и Android, и вот эти вот телефоны, и как бы там тоже все поломается чертям. Вот. Скорее компромисс, может, будет какой-то. Вот, либо просто вот российские сервера там отделят условно железным занавесом. Вот, что-нибудь в этом духе. У Гугла есть опыт в этом, тот же Китай, например. Ну да. На какие они услуги могут пойти, чтобы не блокировать. Вот и этим свинам нужен ветеринар. Да. Братья китайцы могут поделиться своим местным фаерболом технологией. Фаерболом. Как его закастовать? И, короче, может случиться так, то, что мы, как в Китае, будем жить со своим местным интернетом. Таким интернетиком даже, я бы сказал. Ну ладно, как ничего. Как бы не зря велись разговоры о чебурнете. О чебурнете, да. Вот. И, может быть, оно и к лучшему будет. Может быть, соберется большая аудитория на Ютубе. Посмотрим, как оно будет в дальнейшем. В принципе. Будет как будет, а там будем посмотреть. Что происходит, Максим? Я нанимаю временных работников. Зарплаты поменьше, работы побольше. Ну, правильно, как счета. Так, а как нанять? Как нанять? Да. Никак. Знаешь, кстати, знаешь, как... Знаешь, да, масло масляное, вода мокрая. Ладно, вспомнил игру. Нормально дадим. Не-не, ничего. Вспомнил игру, короче. Вот. Прямо мощную. Не помню, то ли 2005, то ли 2006 года выпуска. The Movie называется. Ну, да. Вот там тоже прям мышкой берешь, так этих чуваков всех перетаскиваешь, там нанимаешь всякое. Я бы хотел, чтобы YouTube и дальше работал в России, ибо я почти 7 лет жизни YouTube отдал. Для меня это будет серьезный удар. Ну, черт его знает. Ну, если будет, то будет, если не будет, да и черт бы с ним, потому что он... Ой! Охренели. О, уже хмель посели. Да, нацисты ебаны. Вот. Ну, что-то сделают в любом случае. И не переживай, ничего страшного не случится. Есть VPN, в крайнем случае. Как бы мы на Ютубе, блин, с какого? С 10-го года, наверное. С того времени очень много поменялось, и раньше было лучше. Это я с уверенностью 123% тебе могу сказать. Я считаю, надо заблокировать, взять и заблокировать, не тянуть там кота за одно место. А через какое-то время там уже соберемся, где надо. А то пока все тянется... Ой, смотри, они хмель сажают. Во. Поехали сажать. А чё, они сидят и прям это... Получается так. Они опять, ёбаные, этот трактор взяли. Я этот трактор зачем купил им? Надо было фильмы снимать. Да, там фильмы, там всякие эти... ставишь декорации, нанимаешь работников, там всяких этих
с этот ставишь фургончики для актеров, там желание их удовлетворяешь, типа. Бля, нам не надо ветеринара строить своего. У тебя свина заболела? Да они сдолбали и ебаться хотят. Надо кастрировать. А что, я же их под продажу свиней купил. Зачем их кастрировать? Так ты ж под мясо купил, нет? Да. Я как бы, как, если их кастрировать. Что такая-то? А чё, шашлык-то не будем, что ли, это, жарить нихера? Чё за дела-то, блин? Донатыч. Очень хотелось бы у шашлыка сказать. Там музыка, блин, да, фишка. А ты думаешь, если тут поешь, он в реальность не хочешь, будешь есть? Ой, честно. Не захочешь в реале есть? Я бы покушал. Я не могу выйти во двор и поставить мангал. Мне прилетит административка сразу же. За нарушение пожарного вот этого вот всего. Я мастер монтажа столбов, скажу я. Смотри, сейчас трактор захерачит его. Так, вы посеяли? Не, хмель. Растет. 159 дней осталось. И они, смотри, уже начали средства против грибка доставки 4 килограмма. А предыдущую часть ты сам назначал, сколько тебе надо ли их травить, этих жуков поганых. Тут я что-то начал разбираться, вроде можно что-то там как-то настроить, но все херово, вот, галки стоят, можно убрать. Надо прочитать человека, хотя бы мог. Спасибо за 407 шекелей за поддержку канала, в том числе таким способом. Синсы 7, или это синсы вопрос? Если это синсы 7 или 7 синс, в работе. Человек уже пятый или шестой стрим приходит. Где 7 синс? Это вообще ужас. Да, не-не-не, да сделаю, как только так будет на Ютубе и в Яндекс.Дзе, не. Я вообще до конца марта его хотел сделать, но что-то пошло не так, как обычно. Либо это Синсы седьмые, это это Сеттлерс были, помнишь, тоже стратежка такая? Тоже дерево там всякое добывали, тоже. Ну, типа как Война и мир, только Сеттлерс. Вот. Что ты хочешь купить? Я живодерню. Зачем? Чтобы мясо? Я хочу ветеринара купить, я задолбался вызывать их, чтобы они спаривались туда-сюда. Видели, они не могут с друг другом без ветеринара это делать. А зачем на живодерне ветеринар, если их не лечит, а наоборот, как бы, калечит? О, силос, а мне силос нужен? А, у меня коров нет. Мы же шашлык хотим, да? Зачем так близко к дороге стоит стол? Пьяный поедет, снесет и капец, нет света. Максим, опаскивич. Да, мы все-таки пивоварню строим. Что мне нужно? Пивоварню. У вас нет необходимой машины опрыскиватель. Охуенно. Купим. Озелени. Опрыскиватель. Купить. Сюда поставить. Seven Sins уже стерт с лица ХДД. Да, стерт, но материалы у нас по разбору материалы отсняты, остались. И как бы их надо 3 часа уместить в час. Нормально. Каким-то образом волшебным, я не знаю как. Я это буду делать, но как-нибудь. Тебе надо просто взять и сделать это, и начать просто. Берешь и работаешь, берешь и монтируешь. Может, они предохраняться захотят, свины? Интересно. Вон, а они еще хотят. Че, они постоянно трахаются, как ролики, что ли, свиньи? Походу. Я видел, можно это, ветеринара своего построить, чтобы не вызывать, а я что-то сейчас такого не вижу.
животные. Пасечник, страусиная ферма, курятник. А чё ты мешаешь свинам спариваться-то? Да они без меня не хотят. Да, только с тобой хотят? Да. Страусины. А можно страусов разводить этих эму-эму, эма? Или эму, или эма страусов с этих, с чёлкой такой. Не знаю, ни разу не пробовал. Но они вообще в игре есть. Вот, кстати, после этого стрима ты можешь сделать обзор и как бы и материалы как раз со стрима и взять. Ну не, ну там еще поковыряться, конечно, придется. Да, с твоими, с моим еблом, да, взять еще. Ну ты можешь. Ты можешь туда что-нибудь поставить. Свинью и кабана на другой. Да. Друг друг на спарище. Я кабаном буду. Класс. Так, хмель, чё вы, удобрено? Чё хотите? Ничего. Возьми просто, отрежь 2 часа и час выложи топор. Не-не-не, так не пойдет. У меня в голове там уже сколько? 2 года? 1.5 монтирую. У меня четкий план, где что должно быть. Какие вставки и все прочее. Нужна сеялка для зерновых. Давай купим сеялку для зерновых. Зерновые. Одни расходы. Пассивные. Или не очень. Так, предупреждение один. Сварил? Ты за час стрима хоть что-нибудь сделал? Хоть что-нибудь сварил? Да нет, я вон выращиваю. Давай, короче, купим хмель. И будем жигулевское варить. Пшенич надо варить. Зачем жигулевское? А, у меня так-то это же есть. Если только советское. Солод озимой пшеницы. Вот у меня. Так, купаж солода. А где пшеничный? Говоришь, что ты потом на полслова обрывается фразы, конечная заставка пошла, титры танцуют, спасибо. Ну, я там еще хочу... бонус-трек вставить, потому что мы там, наверное, полтора часа или час из этого всего разглагольствовали обо всяком. Очаква об очке 2.25, когда синие были, и сигареты по 12 рублей. На 15 тысяч, ёбаный рот. Не надо мне на 15 тысяч хмеля. Хмель я покупаю, хмель. Ой, чё ты взлетел ценим, братан. А есть что-нибудь дешевое? Бакс, наверное, опять подорожал, нет? Ой, а чё это ты? Центриал. Ой-ой. Центриал. Чё-то у тебя курс обвалился, тебя и купим. Мы же жигулевское пшеничное будем варить. Ой, а нахера я один штуку купил? Ну и вообще можно вывести звук, чтобы оставить эффект легкой недосказанности. Давай на 10 тысяч. Блин, жигулевское, это же собачье пойло. Собаки любят пиво, им не важно, жигулевское это или нет. Мы вот с Максимом не так давно, по-моему, на днях разговаривали, то, что из собаки можно охеренного собутыльника сделать. Вот, правда, количество выпитой собакой может, наверное, варьироваться от размера самой собаки. Ну, тут пекинес очень пиво любит. Вот, у меня у товарища был пекинес, и вот он очень любил пиво, как только видел нас с бутылками сразу на коленке. Давай, наливай, чувак, свое чуваковское пиво. И вот так вот. Рассказывай, я договорил. Сейчас будем варить, надо работников купить еще. Так, давай. Какой я хмель купил? Кокосовый. Тот центринанал. Анал. Солод озимой пшеницы, вкуса нет. Ароматного купажа хмеля тоже нет.
Ча. Ароматный. И бутылка у нас будет без этикетки. А в этом случае, когда я пил жигулёвскую, мне показалось, что это собачье пойло, может, да, внешнее было. Блин, я жигулёвскую тоже не помню, как пил. Я пил жигули не так давно, барное, ну, экспортное, по-моему, нефильтрованное. Ну, вроде нормально. Вот. Я бы хотел советское еще. Попал, когда советские вина, вот эти в 3-литровых банках, у нас где-то наливают так, но за качество я не могу ручаться. У нас нормальный жигулёвский. Вкусно. Прекрасная любимая женщина говорит, ради бога, не надо собакам пиво давать. Ну, блин, я ж не алкаш какой-то. Одному пить, да? Поэтому с собаками пиво давать нет, конечно, не надо. А у нас, а кстати, а в этой игре есть собаки? Ты хочешь собаку выращивать? Короче, ёбаный рот этого крафтового пива. Обязательно надо какой-нибудь вкус, клубники, например, добавить. Нет, клубника дорого, давай. Жесть, малина тоже дорого. Ладно, давай клубники 800 возьмем. Я хотел сказать, я же не кореец тоже, чтобы собак выращивать и на шашлык пускать. Да? Это я не знаю, это ты там скорее азиата, бурята, нига, курейский, да? Поэтому... Это самое, да. Угнетают все. А что я купил, землянику или малину? Да, а что там на картинке? Малина. А что, что такое? Ладно, так. Малина, клубника и все прочее. Центральный анал, возможно. Возможно, это был Ой, каскад, он. Каскад, блядь. Каскад. Подожди, дай посмотрю. Хмель-каскад. Пойловое. Скорее всего. О, вот пойловое. Пойло. Это производство собственного? Не пойло, а пойловое. А, пойловое. Я говорю, надо этого горячего финского автомеханика тебе постримить. Вот, снова постримишь. Мне нужен еще один хмель, каскад, что? Который. Ёбаный род этого хмельного завода. Хмель, каскад. Каскад? Арабская, туда-сюда. Вот это вот все. Или как там было? Морковку давай, пиво со вкусом моркови, пиво из далекого детства. Я помню, блин, когда-то давно в детстве вот этот вот морковный сок, там тебе куда-то из пипетки в нос там, и в не в нос только, от чего-то, от соплей там. Тебя пытали? Может. Моргни, покажи, дядя, где тебя трогают. 3-2 раз, спасибо за молчание и за 1-2-3. Да. Спасибо за поддержку. Того мне нужно еще одно поле, чтобы другой хмель поставить. Видите ли, я не могу из одного хмеля пиво варить. А из чего? Подожди, тебе нужен хмель? Мне нужно два вида хмеля. Фрукт туда, видите ли, эти крафтовые любители пива не хотят без вкуса какого-то пить. А тут обычной пивоварни я не нашел. Сейчас вообще психану и буду винищ выращивать. Ну, так тоже можно. Так, я... Какой хмель я выращу? Кокос. Хмель-каскад. А сюда я буду выращивать хмель. Хмель-маринка. Все. Так, что там свиняки? Ну, они опять хотят. Ёбаный рот. Они вкусом отличаются, какое будет пиво, типа терпкое там или не терпкое, или горькое, или не горькое. Или я пробовал что-нибудь. Шо вы от меня хотите? То товарищ Павел. Блин, ты ж там в пивном крае живешь. Я думал, ты там все уже перепил. Понимаешь, тут ты видишь вот эти бочки, кубы точнее. Это крафтовый пивоварня, я в крафтовый не шарю. Я один раз пил... один раз мне крафтовый понравился, а остальные разы было не очень вкусно. Ну почему? Блин, мне нравится вишневое пиво очень, да вот и крафтовое в том числе, вишневенькое прям вообще. Я знаю, вишня в дубе тоже прикольно.
А ну, крафтовый ли она, я не знаю. Наверное, крафтовый все-таки. Какое? Вишня в дубе. Вишня в дубе или дуб в вишне? Дубовые вишни. Дубом внутрь. Вовнутрь. Как такой вариант. Хмель и солод, пшеница и вода. Вот тебе и пиво. Для кого мы пиво делаем? Для гламурных блондинок, которые пьют эсса. Или как оно там называется? Пиво для прекрасных дам. Блин, ну эсса тоже такой себе. Мы делаем пиво для мужиков. Мужицкое такое нормальное пиво. Да? Вот смотрите, крафтовое пивоварня больше нету. Нормальной пивоварни нету. Коптильни есть, сейчас будем свиней коптить. Копти свину. Тащи свиней. И вот это вот все. По поводу СМ, оно такое, оно, кстати, сладенькое, крепленное. Но я его, кстати, не пил уже, наверное, лет 5-6-7 или 8. Потому что я прямо обожрался его как-то. Ящик купил, психанул, и что-то прямо больше я его не пил никогда с того момента. Слишком сладко уже, слишком крепко. Но похмеляться, в принципе, им хорошо. Вот что я могу резюмировать. Такой алкогольный компотик. Ну, как и вино вот это вот. Вкусненькое Акура, да. Так она называлась, да, вроде? Акура. Почему у тебя молнии сверкали там? А тут вообще есть смена дня и ночи в этой игре? Тут ночи, дня нет, тут сезоны только. А погодные явления, там, буран, снегопад? Так, сколько мне свиней? О, у меня уже 10 свиней, их уже можно продавать, в принципе. Или построим скотобойню, да. Нападение гигантского истеричного младенца, например. Вообще тут можно настроить, чтобы он сам свиней туда-сюда возил, когда там больше несколько свиней будет. Но в предыдущей части я знал, как это сделать. Ну вот. Так, производство. Мне нужна скотобойня. Убойный цель для животных. Мы можем... А коптильня? Где коптильня? Так, что там? Орешки или кальмары к пиву делаем? Его закуска нужна. Мы свин же можем мясо из свиней делать на шашлык вроде, да? Или что мы можем делать вообще здесь? Можем рыбу коптить. Вот, рыбу можем к пиву коптить. Тут только сначала рыбов надо вырастить. А, вы по-по-по-по. Так, где это? Скотобойня. Скоту мясо. Скоту база. Я его потерял. Так что, они на скотобойне хотят спариваться, или они просто так хотят спариваться? Скотобойня. Блин, ебать, она огромная просто скотобойня. У меня свиней всего 20. Ну, поставь еще один свинюшник. Мне кажется, нужно уже большой свинарник ставить. И больше этих резервуаров под удобрение. Под говно. Да. А я не могу, что ли, поставить большой свинарник? Бля, надо годовая школа, сельскохозяйственная школа. Что я прочитал? Курс для скотоводов надо пройти. Только после этого могу свинарник большой поставить. Курс? Не, ну правильно, тоже же профессия. Нужно знать, как умилостивить свину, во всяком случае. А где? А, это... Где это делать? Где-то это делается. Мне нужно улучшить здание. Вот я перестроил свой дом, смотри, он какой теперь большой. Это типа level up? А обучение не появилось. Я не знаю, где обучаться. В смысле, где обучаться? Включи в настройках обучение. Че у меня, что закончилось? Хмель, каскад? А где хмель? Вы что, сажали, что ли? Утащили негра с плантации. Хмель, каскад. 1000 штук хмеля. 11 000, ёбаный рот. У тебя там бабки тает просто с... Я уже 2 миллиона просрал. У тебя осталось почти 500 тысяч золотых шекелей. Сейчас, блин, скотобойню построим, будем
свиней туда-сюда. Надо что-то продавать уже. Свиней. Свиней, если только. О, смотри, 1 килограмм свинячего этого самого. Надпись на бочке. Так, свинья. 190 мяса с 2 свиней. Подожди, там из курицы получается свинья? Это какая-то как конвертер душ, как в героях третий. Кидаешь туда любую мразь, и тебе скелетов дают. Нет, или как он там назывался, так, я не помню. Тут можно настроить, типа, слушай, 9, он будет забирать их. Ну давай. А как дрова работника? Вот, иди сюда работать. Мне надо кого-нибудь нанять еще. Кто будет у нас с котобой не работать. Вот ты пойдешь работать. И ты пойдешь работать. Всех работать, нафиг. А где негры, я вообще не... Есть там хоть один? Нига, а то не вы, а то чё-то я не видел. А то вообще не по канону будет. Ладно, и тебя наймем. Надо, знаешь, что поставить? Просто это баскетбольную площадку еще там рядом с. Сами появятся. Да, и там это самое придут. Так, или еще одну свинячую поставим, да? Свиноферму. Фермыч, свина, это самое. Так. И вот это вот все. А тебе чего не хватает? Что? Что? Что случилось? Минералов. Прицеп с водой. Нет. Какой с водой? Дождь идет, ебаный рот. Дождь закончился. Ну а вот, вон, нормально у тебя, вон. Начался. Вон, воды. Пополняется водичка. Растите. Так, мне нужно отправиться на 3-минутный перерыв. Да? Зачем? Ну, блин, надегустировался нашего пива сваренного. Теперь нужно отойти. На так, чуть-чуть. Сколько свиней вы забираете оттуда? Не забрали, в смысле, сколько одного? Так ты же можешь назначить, наверное, сколько свинов отдать туда. Я что-то назначил, но... Я не понимаю, как это все работает. Ну, ничего не произошло, да? А мне нужно, наверное, центр логистики построить. И что, без центра логистики свины не перетаскиваются туда-сюда? А, нашел ветеринарную клинику. 18 тысяч надо построить, пока деньги есть. Ну да. Свинов лечить или кастрировать. Не, они тут спорятся. Центр логистики. Давай, сюда вопнёшься, не вопнёшься. Сейчас ты вопнёшься сюда. Так. Очень странные. А, да? И эти придурки по одному свину забрали. Ну, правильно, как каждому поэту. Так, давай тогда вот так вот сделаем. Хотя бы 2 свина оставим, чтобы они быстрее размножались. Хотя для этого работает, так нет. Непонятно. Штик-пошлик. Так, все, я сейчас через пару минут вернусь. Давай. Вообще-то мы собирались пиво выращивать, а в итоге мы делаем свиней. Как-то не туда пошли. Вот что тебе не нравится? Да, 1000 солда. А, клубника закончилась. Ёбаный рот. Давайте еще клубнику выращивать. Клубника. Десять тысяч клубники купим. А у меня не столько денег, наверное. Ну, 1000 клубники, давай. О, заработал. Этому и лепестричества не хватает. Ну, ёбаный рот, вон же, протяни. Ай, ядрить тебя направо. Так, завод у нас заработал, как я вижу. А, надо же еще свинятину куда-то собирать. На, опять нужен склад построить. Винный погреб, склад. Овощи, фрукты, мясо. А, то есть тут холодильник не нужен. А просто прошлое, это как его, это само.
А, фарм-манагер 18, нужен был холодильник поставить для мяса. Так, да у... А, три свиньи уже. А, ветеринар, а, даже людей не надо нанимать. О, как заебись-то. Пускай там работает. А мы построим коптильню. Так, производство. Виноградник, коптильня. Можешь что-нибудь другое делать? Там шашлычня, например. Нет, только коптильня. Давай коптильню. О-о, все сюда вотнется, да? Да не, что делать? Херово построил. Че, тебе уже свиней, что ли, не хватает? 12 свиней. Что это? Недостаточно ресурса, свинья. У тебя там 11 свиней. Больше недостаточно свиней. Охренеть можно. Ну давайте еще свинячим поставим. Так. Свинарник. Дорогу туда, сюда. Да, и надо будет нам назначить работника туда. Да уйди. Пришло лето, пора отдыха и отпусков. Ага, лето, видишь. Работаем дальше. О, как раз у нас есть. Купить кого свиней. О, двоих. Так, что у нас навоз накопился? О, можно даже удобрять. Так, ну это потом. Так, два письма. Небольшое животное. А, новый животный, ёбаный рот. Иди нахуй. Чё тебе опять не хватает? О, можно вот так вот. 40 тысяч. Можно настроить торговлю вообще? Ну, вообще пусто. Так. В принципе, о, у нас. У нас 44 тысячи пива. Можно продать. Но можно подождать, пока там туда-сюда цена. Так, навоз не будем продавать. Шо? А, ну понятно. А те чё? Три свинячьи осталось. А, ну понял, у вас тут работников слишком много. Тут туда-сюда всех свиней расхуярили, ёбаный рот. А я коптильную не начал строить, да? А, поставим коптильню, давайте. Будем к пивасу закуски делать. Так, давай вот сюда. Дорогу гравийную. Что-то у меня земля заканчивается уже. И деньги тоже. Сейчас будем продавать. Так. Ага. Ага. Ой, скоро уборка. Мне надо. Так. Чем убирается хмель у нас? Комбайн для сбора винограда. Спасибо. 100 тысяч рублей. Придется в аренду брать его. Фургонный прицеп. 8000. Надо купить его. Пока денежка есть. Так, а для тебя что надо? Жатву зерновую. О, поддержанную 45. Что там у тебя?
А у меня деньги заканчиваются, я закупаюсь для уборки всяким. А у меня место закончилось. Орками закупайся. Орками. За орду и вот это вот все. Или как там было? Локтар. Туда-сюда. А, я ж не назначил, что вам жрать надо. Ёбнер. Жрать надо, жрать, да, кстати. Кстати. Ты же не жрёшь. Я сегодня, знаешь, что сожрал? Два бутерброда и пол шоколадки. Это очень кайфовая еда. Не, ну я ночью или вечером я там сварил картошку. Аж 40 минут варит целый. Вот, но не как обычно. Я не понял. То, что это означало. А то всякое. Ты уже меньше ее варишь, да? Уже меньше, да. Не 3 часа и не 5 часов. Так, у нас свинячье мясо. Давай его делать из свинячьего мяса. Вот это свинина у нас. Можно делать копченую свинину. Очень интересно. Где мы свернули не в туда? Мы же делали пиво, а в итоге выращиваем свину. Ну, мы же закуску делаем, как копченую свинину. Зачем копченая свинина, если шашлык надо где-то раздобыть будет? Ну, шашлык мы в этом доме, вот. Это что за дом? Даже двора нет, где шашлык пожарить. Вот, да, вообще. Вот прям на этой каменной фигне шашлык будем жарить. На этой, ну а что, правильно, можно же эти кирпичами. А, у меня закончились деньги, но у меня есть пыво, которое уже можно продать. Куда ты 2 миллиона дел? Блин. О, даже пыло в цене повысилось. Продать пыло. Итого 44 тысячи. Того туда-сюда. Пыло продал. Просто 2 миллиона куда-то слил. Непонятно. И пошел их тратить на гараж. Надо технику покупать. Да. Дорого пиво-то продается. Ну, я... Нормально так продал. А как ты его сделал, если ты свинями только занимался целый час? Ну, я закупал всякого говна. Или уже полтора почти часа даже. Вот чего вам не хватает? Опять, все же есть. Вон уже 200 бутылок, пока мы с тобой болтали, выпустили там. 200 бутылок пива, ну нормально. Работать. А вы чё жрать не можете? Где ты вообще шляешься, ёбаный рот? А чё так мало свинюх осталось? Чё-то. Ну они постоянно на скотобойне, на живодёрне уезжают. Как только вылупляется или и что они там делают? Сразу. Сразу на живодерню. Ну да. Ладно, я ветеринарку успел построить, пока деньги были. Ну, хоть ну, так. Ну, мы пиво выпустили, заработали даже, можно считать, цель выполнена. Правда, мы не вырастили ни хрена еще. Так вон, у тебя, я вижу, там три поля. Что на них растет? Ну, один хмель, второй хмель и пшеница. Чтобы кормить свиней? Не, чтобы солд и хмель делать. А чем свины кормятся? А, я покупаю для них. А, у меня еда, говорит, закончилась. А, нет. Так можно это отработанными неграми кормить их, как в художественном фильме? О, смотри, вот, например, я закупил кукурузу, да, хрен знает когда. Тут даже срока годности нет, в отличие от прошлой части, там срок годности было. Если ты, например, продержал много, она у тебя сгнила. И все, не успел продать, и все, проебал бабки. А тут даже срок годности нету у всяких штук этих продуктов там. Овощей, фруктов. Ну а почему бы нет? Почему бы да. Так, что у нас? Мясо. А смотри, вон 100 копченой свинины на выпускали уже. Что еще можно делать в этой игре, кроме как растить свиней и продавать пиво?
Животные. Сейчас посмотрим, что есть. Животные. Вот тех животных. Может, карасей выращивать. Вот рыбный завод. Рыбачьи угодья или как это называется? Рыболовное... Производство силос, семян и рассады. Производство силоса? Класс. Вот вино делать можно. Коптильню я поставил. Так нужно, чтобы делать молоко вино... Молоко делать. Ну, чтобы делать овощи, молоко... Овощи, вот томатный сок можно сделать. И нужны помидоры, и нужно... Для этого самого, для вина нужен виноград, как ни странно. Вот все это надо выращивать. Вот я как-то пил яблочное вино, я с него потом с утра почти помер. Да? А я каждый год так делаю, пока все не выпьется. Но у меня-то в основном смородиновое вино. Смородина. Блин, я такое, по-моему, не пил. У меня 12 работников в ходе пинают. Куда я их, блин? Сейчас поля вручную, что ли, рыть? Ёбаный рот. Надо больше землекопов. Полтора, например. Можно теплицу поставить, кстати говоря. Сейчас теплицу поставим, пускай там батрачит. О, может, большая теплица. И обычная теплица. Давай. А, раз у меня много свободных работников, сейчас поставим большую теплицу. Сейчас будем там что-то выращивать. Например, клубнику. В теплице клубнику? А зачем, блядь? Ну, зима наступит, и она будет там выращиваться зимой. Так ее можно, как это, на грядочке накрыть, там вот эти вот. И зимой под снегом пускай растет, да. Ну, да. Это же так работает. Ну, наверное. Я не знаю, я не агроном. Пока что. Вот. Не знаю, может буду попозже. Так, значит, нам нужен колодец еще. А чё колодец такой маленький? Давай. Зачем это... тебе большой? Вон тут вообще на носу стоит. Поля. Как это работает? Ты просто поставил колодец в любом районе. Я ж вообще мог не ставить колодец. У меня насос захватывает. Лучше пускай. Так, чего посадим в теплицу? Картошку можно. Да, все есть. Вон малина, капуста, перец красный. Баклажунец. Есть баклажунец? Сажай баклажунец. Есть огурцы, морковь, тыква. А это что? Семена шпината, семена лука, арбуз, редька. Арбуз? Баклажаний туда не... Крыжовник. Или ежевику сажай. Или давай черную смородину. Ну сажай смородину. Будем черную смородину пиво хуярить. И можно такое? Нет? Сейчас посмотрю. Или винище из него туда-сюда шить. Так, вкус. Смородина, абрикоса, вишня. Крыжовник, груша, слива, арбуз, малина и... И что еще? И что-то там. Так, что, давай что, посадим что-то. Мы... Что посадим? А тут можно по цене посмотреть. Вот с малины мы больше всего можем заработать, если малину продадим. Можно малину в пиво. Сельдерей давай посадим. Или шпинат посадим. Тут сельдерея прям нет. Сельдерей. Лук. Давай лук выращивать. Лук. Так лук можно на подоконнике выращивать. Нахрена? Вон я с магазина купил лук. Думаю, что-то зеленушки хочется. Да, поставил воду. Вот столько вырос. И уже неделю вот столько выросло и все. И дальше не идет. Не хочет. Да. Так, давай для пива. О, давай клубнику. Не, давай малину пиво будем делать. Самара город на Тро спрашивают. Самара городок. Ну, или как там? Почти. Чебоксары. Да. Там у него, да. Чебоксары. Через дорогу. Через дорогу, буквально. Вот, выращивает всякое.
пивном крае. Предлагают сельдерей, давай посадим. Да, не был там сельдерей, я хотел шпинат. Вот, сейчас тут пойдет... Идет пахота. А, как-то можно было назначить, чтобы они вместо синтетических удобрений говно разбрасывали. А как это сделать? А, вон, нашел. Я вот это очень долго искал, как сделать. Вот, я назначил навоз. Твердый навоз. А есть брокколи? Давай, может, брокколи посадим, потом, короче, их запекать можно под всяким, и нормально получается. Ну, это если только на улице сажать, но у нас до зимы 166 дней всего. Успеть, ну, а потом вырасти, снег нет? Будет? Прям натуральный такой, это, зеленый, в смысле желтый, в смысле белый снег, да? Для кого-то, может, это и снег, но не для нас. Что? В конце тоннеля виден свет, он чёрт, надежду пришло, подает вижу. О том, на, что блин, наше время когда-нибудь придет. Он разгоняет черный цвет, он разгоняет самый грязь и мрак, и на него со злобой воет стая бешеных собак. А что там пришло, блин, не вижу. Там песня. А, ну, прошло? Да. Вижу, да. КВТ, Clockwork Time, в конце тоннеля виден свет, надежду подает о том, что наше время когда-нибудь придет. Он разгоняет черный свет, он разгоняет грязь и мрак, и на него со злобой воет стая бешеных собак. И там эта дудочка, ту-ту-ту-ту. Да, класс, прикольно. Спасибо за подписку. Очень-очень человеку захотелось песенку закинуть. Коноплю выращивать. Я, правда, не знаю, зачем. Но тут можно это сделать. А, давай посадим. А ты же где-то выращивал ее. Да так, товарищ майор. Это было в каких-то Симсах. Да. Это было не на подоконнике. Сейчас там, блин, как взорву дверь. Да, сейчас я тут договорюсь лет до 15. Так, давай помидоры выращивать. Если сельдерей нет, я посмотрел уже. Ну ты в третьих Симсах там выращивал? Четвертых. А, в четвертых. А там это моды какие-то? Или да. А ты думал? Ну официальный какой-то DLC. И как назывался этот DLC? Не знаю, в Джа, например. Как-нибудь. Джарастафари. И вот это вот все. Ладно, давай помидоры сажайте, товарищи. Это была игра. Давай, вручную работайте, блядь. Захотели не трактором тут работать. Ага, сейчас. Разбрасывайте говно. Обленились совсем. Разные стороны, да? Обленились? Да. Совсем. Мы осуждаем наркотики, да. Наркотики — это плохо. Не забывайте об этом. Что это такое? А, перепела, может, он врачи запрет. Так, что у нас с пивом? Опять хмель. Но... Хмель каскад закончился. Надо налить. Еще. Вот это вот все. А нельзя, что ли, автоторговлю назначить, чтобы прописать, что вот у тебя закончился хмель, купи столько-то. Купи хмель. Купи солод, купи все. Да остальное. Он мне предлагает на 36 тысяч хмеля купить. У меня 30... столько денег нет. Давай по 500 возьмем. 506. А ты разного? А какой вкуснее? Хмель каскад или хмель центре? Вот это вот, я же пробовал, я же знаю. Ну, у меня все равно денег нет столько. У меня 2000 всего. Так, ну, что там мы можем продать? Мы можем продать почку. Копченой свинины всего на 9000 продать. И 800 бутылок пива на 35 тысяч. Надо, наверное, какую-нибудь этикетку туда поставить. Ну, сейчас мы свой хмель вырастим. Огни будем этикетки туда гамгунисные писать.
Ну, почему? Можно, да. А то у нас... Что сейчас выпускается у нас? Пойловые. Пойловые. Так. Ой, блин, кстати, как понять, когда стрим какой-то... Что? Более-менее серьезный. Вот, по наличию хромака за моей спиной. Если хромака за спиной... Мои стримы не серьезны. Вот, если у меня хромака за спиной нет, значит, мы пришли просто попиздить в этот раз. А когда ты не приходил, просто не попиздить? Не помню, когда это последний раз было. Когда я серьезно проходил игру. Но это, наверное... Да, блин, недавно же было GTA 74. В смысле, Сан Андреас. О, у меня вон в теплице копается. Сейчас заканчиваю пахать. 35к за пиво нормально пошло дело. Да, вообще. О, у меня 47 тысяч, можно деньги тратить. На что мы потратим денежку? Разбогатели. На поддержанный культиватор. Или на свиней. Это уже есть. Ну, нужно больше хрюшек. Максим, тащи свиней. А, ну свинью привези на машине, на завод, видели? На скотобойне, на живодерне. Посадили машину, одну свинью и привезли. Целый этот автобус. Надо, наверное, назначить тут другие цифры поставить. Блин, да тут... Что? Кто? Видела, блин, этот, как, чего, блин, видела, с чего бы, этот, короче, зачем на машине везти свинью, если там все через дорогу? Мне нечего там... на это ответить. Там расстояние 3 метра, ну ладно 5, ну ладно 10. Так. Дед Пахт, вы что, еще не закончили, что ли? Ёбаный рот. Он на улице сейчас закончит пахать, ребятки. И у меня 5 свободных работников, можно еще поле какое-нибудь засеять. Да, что тебе опять не хватает? А, отвечу, прекрасный. Опять хмель закончился. Ну ёбаный рот, сколько можно? Хмель? Какой хмель? Каскад. Вы что, его жрёте, что ли, там? Ну, 17 тысяч, да, сейчас, блин. Куплю нас. О, 500 хватит вам. Нет, надо ещё 200 взять. Штук 200 свинов? Эх, миля. Или... У меня производство стало. Надо закупать. О, ну и сколько еще? 82 дня еще будет расти у меня хмель. А другой 114 дней. 74. У меня... А почему он так... До зимы 150 осталось. А почему он так долго растет? Ну, вот так вот. Кстати... Я тут вспомнил игру одну, прямо, как она называлась-то, где там в снегах, короче, вот это вот все делаешь. И это время впереди, оно не ведает, преград сметает на своем пути. Холодный ветер, дождь играет, и словно яркий солнце луч пробьет оковы небосвода, и вот тогда восторжествует свобода. Да, спасибо за дан, сейчас там прочитает. Вот я, да, я услышал. Да. Вот, блин, человеку захотелось поделиться песней, по всей видимости. Спасибо за поддержку в том числе. И мне это опять нужно зачитать. Тебе нужно пропеть. Пропеть? Я не знаю, насколько это сможно. Это возможно. И это время впереди, оно не ведает преград, сметает на своем пути холодный ветер, дождь и град, и словно яркий солнце луч пробьет такого небосвода, и вот тогда восторжествует свобода. И опять дудки. Тан-тан-тан-тан. Ту-ту-ту-ту. Да, класс, прикольно.
Спасибо. Так, чё-то пахнет. Я надеюсь, помидорки у меня вырастятся. Черепашка. Раз, два, три, четыре. Черепашки ниндзя ставят. Ставят. И вот это вот всё. А я не помню, о чём они вообще дальше поют там? Там вообще херня какая-то поётся. Ну вот, может быть на русском херня, но на английском я не помню это черепашки вот эти вот. Я только старые помню черепахи, вот эти вот. Типа, мы не жалкие букашки, и то не все. Чё там, супер-ниндзя, черепашки. Черепашки. Панцирь носим, как рубашки. Чё там, юные таланты. Йо-хо-хо. Или как там? Ну и бутылка рома. Да, и вот это вот все прочее. Чё-то дёшево мясо продаётся, товарищи. Пиво дороже идёт. Сколько шайкелей стоит свинка? Твари, вы куда хмель привезли? Где хмель? Тварсти. В смысле? Украли. Ну, прекрасный барыш. А вот появился хмель. И пошло пиво. Да, ускорим тогда. Мы же жалкие букашки, ниндзя, черепашки. Панцирь носим, как рубашки. Да-да-да-да-да. А, мне говно разбрасывать или надо купить еще? Опять парковку покупать, ну ё-моё. Вот, а потом что там учитель дал уроки мастерства. Теперь мы знаем их как дважды два. Это точно как... оттуда. А? Это точно оттуда. Откуда, блядь, иди? Не придумал же я сам эту песню. Это же там так работало. Йо-хо, бутылка грушевого. Да, провода через крышу ставить проще. И чекушка. И что? Бутылка грушевого. Ну, кстати, можешь сделать, но надо тогда груши выращивать. А, можно грушевый сидр делать. Вот как? Можно грушевую добавить, арбузный сделать. Арбузный. Ну, это все выращивать надо. Арбузный это пивной напиток получится. Кстати, вот я не так давно брал арбузик в Сомсбери. Вот. Ну такой слоненький, прикольный. Ну вот, а потом я не помню, что пил. Пил. Не помнишь, да? После него. Вообще отрубило. Нет, я был с прекраснейшей женщиной в тот момент. И никуда меня не отрубило. Арбузное пиво. Нет, Джексон, не арбузное пиво, это пивной напиток. Вот. Типа, знаешь, как гараж, вот, всякий разный, там, вишневый, имбирный. Вот, только это послаще немножко. Вот, а и вот у них в Сомсбери, у них есть сидр, либо это тоже пивной напиток, яблочный, грушовый, ежевичный. Ежевичный мне понравился такой, нормально тоже. Я пил какую-то фигню недавно, которая желтая и с мягкостью. Называлась как-то БРД. КПК, как из трех букв, я не помню буквы какие были. Но было вкусно. Но какие-то были. Какие-то буквы были там. Я, короче, забыл. Прямо вот максимально, по-моему. Или не забыл. Что-то я не... Блядь, я, короче, не помню. Колол я что-то или нет сегодня. Вообще не помню. Ладно, не буду. То ну вот. Нужно всякое заколоть, но я не помню. Блин, я днем колол или вечером колол. Очень. Короче, лучше не буду. А? Хмель закончился, говорю. Надо заказывать по новой. Да я устал. Зато 500 бутылок пойла
как это? Продать. 44 песенка. Гривен за бутылку, между прочим. Песенка-то была там 500 бутылок, стояла где-то там. Нет, одна упала, осталось 499, я не помню, как там они пели. Это где-то в каком-то фильме или это где-то из моей больной головы? Это из твоей больной головы. Я пил зеленое пиво, мне понравилось, пишет там Джексон. Зеленое пиво, может быть, это эль какой-то зеленый, ирландский. Эль шмель такой, помнишь, был? Мохнатый шмель, да, я помню. А еще эль шмель был. Эль шмель в Last of Us у нас был. Да. О, смотрите, там уже начали клубнику сажать. Клубнику? Вон, и ящиками туда-сюда что-то таскать. Ты куда унесла клубнику? Взяла и пошла еще вам быстрее другой девки. Спиздили. Художественный фильм. Подожди, они что, видите, как они? Потащили кресло? Там в ящиках. А, походу, все высадили, и ты там закончил. 86 дней будет расти. И вот, вот там надо будет поливать, вся фигня, это все делается автоматически. Ты ничего сам не делаешь. Ну, надо тебе сделать обзор. Просто на это все. Это не будет не обзор, это будет бомбзор. Бомбалы. Бомбит. Бомба, ну его, где-то так. Я помню, раньше продавалось пиво Сокол Кола. Это было хорошее пиво, не сильно крепкое, но вкусное. Не помню такого. Я помню, вот что касается Сокол. Сокол пиво было такое, да, Сокол. Авиплакос. Что-то там во имя добра. И вот это вот все, реклама там была еще такая. Не помню такого. Но это было давно. 80-е, да. Не, в 74-м, скорее, или, может быть, 5-м с половиной в феврале месяца, 29-го числа. Ой, мне ачивку дали. Минус 24 тысячи! Давай посмотрим, где тут аналитика. Аналитика, глубокая аналитика. Так. Ага. Гуси, лебеди, не надо. А, вот где обучаться, но я нашел. Улетайте, мой. У меня денег теперь нет, чтобы обучаться. Где? Во, бюджет. Как у меня провалилось. Месячные зарплаты минус 24 тысячи. Расходы на содержание. А, не, 36 тысяч. Да, 36 тысяч на зарплату и 3600 на расходы, на содержание. Я все прощу. Оценка бюджета, это что такое? А? Что? Куда? Зачем? Оценка бюджета. Кредит. Кредиты брать не будем. Не хватало еще свои задницу продать кредитоны. Да, в рабство анальное куда-нибудь. А потом эти, как электроны. Замучат, еще дверь придут, обоссут. Так-то я хмелят закупил, чтобы у меня было пиво продать. И я могу на 22 тысячи гривен продать копченые свинины. Копченые свинины. Блин, я помню, никогда не жрал копченую свинину, насколько я помню. Вроде бы. Как копченое мясо, ну, наверное, ел. Копченую куру ел. О, и минус 2000, можно 5 бутылок пива продать, в принципе, мы уйдем в плюс, 100 бутылок пива за 4000 продаем. Тут еще, оказывается, в минус можно уходить. Да, сейчас там придут коллекторы. Да. И как схватят за жопку. Это вообще ужас. Будет, конечно, очень эпично. Блин, у меня живодерный. Хуярит и хуярит, ёбаный рот. Тебя это самое. Нужно еще одну свинарню строить. За какую-нибудь шопку дают. Какой-нибудь коллектор. Там опять песня. И с каждым разом все сильнее, все ярче свет из темноты. Он так бежал из тень к врагам и смерти. Им не обойти его нельзя остановить и разбежать. Кто куда нельзя сломить. Нельзя убить победы раз и навсегда. Скажешь, когда закончится, все. Что ты прочитал. Закончилось.
А потом все это вместе, да? Да. Не, давайте без этого. Да, спасибо за 100 шекелей, спасибо, что поддерживаете. Уже это третий куплет, кстати говоря. И с каждым разом все сильнее, все ярче света из темноты. Он так безжалостен к врагам и смерти. Им не обойти, его нельзя остановить и разбежаться кто куда. Нельзя сломить, нельзя убить. Победа раз и навсегда. Ту-ту-ту-ту. Да, я помню эту песню. Спасибо за поддержку таким способом. И за то, что делитесь песней. Я про нее практически уже забыл. Clockwork Time, напоминаю, песня называется, да, КВТ. Ага, то есть они нам задонатили, да? А? Они нам задонатили. Может быть. Ребят, привет. Так, мы строим еще свинарник. Правда, у меня денег нет. Свиноферма или свинарник? Ой, я чуть микрофон куда-то не отправил. Не кушай микрофон. Зачем ты его ешь? Я ж не говорю, что в рот его отправил. Да ты же, блин, сегодня голодал там перед стримом. Не дал мне поесть нормально. Мне надо там что-то приготовить, потому что я вчера последний съел. То, блин, этот, как вот... То не спал, он 3 дня спать хочет. То, блин, не ел 3 года, есть хочет. Я уже пару лет как не высыпаюсь. Ну вот, и нехер, ты вчера спал, хватит. Вчера спал, сегодня поспал бы еще. Так, у меня скоро будет пшеница. У меня комбайн есть, жатка есть, трактор, прицеп есть. Джексон пишет, придут коллекторы и скажут, у вас долг в 2 сибиллиона денег, награждаю вас уколом в пузо шпагой. Ну ладно, могли бы колотушкой и сослать. Если колотушка не сработала, в пикой точеной. В зад куда-нибудь. Наверняка. О, смотри, вот тут сколько хмеля выросло. И вот тут. Так он, а он анонированный, в смысле анимированный, он восходит там пенисом ввысь. Ну, в смысле, тут хмеля, он намного больше, чем тут. Тут 95 дней осталось, тут 62 дня. А чем так долго растет? Он вообще так и должен расти? Или это какие-то игровые условности? Ну, не знаю. Насколько я помню из жизни, там за лето оно созревало. Сильно? Ну, можно рвать, сушить. Можно не сушить. Например. Интересно, а что будет, если похмель из этого... Ничего не будет. Че? Так, копченую свинью продаем и 200 бутылок пивеса. Итого 15 тысяч можно построить еще одну свиноферму. Может пиво назвать свинячье? Свинья, ну давай, свинь. Блин, какие это известные имена свинух вызывают этот? Мне что-то в голову приходит это какая-нибудь свинка Жеппа, в смысле Пеппа. Пеппа. Я правда ни разу не видел ее и не знаю, что это такое. А сам под подушкой не сверху игрушки сплю, блядь, так. Не, на самом деле. Сплю. Нет. Да, рассказывай. Вот, и я не знаю, какой... А, этот, помнишь, что художественный фильм был, это, «Поросятр Бэйб», или как он там, короче, со свинами тусил, и он еще разговаривал, короче, и с гусем он, короче, это, туда-сюда делал, ну, в смысле, дружил, или с гусихой. Еще там это была паучиха Шарлотта, что ли, или как ее? Я вообще не понимаю, о чем ты... Шарлотка. Или это все в моей голове было? Бля, опять 36 тысяч хотят от меня, из меня высосать. Сорвал, высушил и съел. На вкус как горчица, наверное, я не пробовал. Я даже не видел, как хмель растет. Вот я тоже не видел. Ну там, наверное, такая елка. Не горчица, как на вкус он как хмель. Удивительно. Как? Я не знаю, как хмель на вкус, блядь, как... Хмель на вкус, как хмель.
А у меня опять денег нет. Опять в минус ушел, да? А у меня сейчас клубника закончится, я не могу крафтовый пивес делать. Делай, я не могу даже пив... 4000, ёбка. Делай из кукурузия. Кукурузное пиво только есть? А, есть кукурузные виски. Вот, он же бурбон называется. Ой, это да. Кукурузия. У меня пиво закончится. Вот мне он больше нравится, чем на солоде английские виски. Вот, американский бурбон. То он более дешевый же, бурбонный. Дешевый? Ну, не весь дешевый. Там... Ну, тебе могут задороже продать, да? Там есть тоже ценники космические на этот бурбоний из Кентукки. Так, что мы можем продать? 100 килограмм свинячий продаем. Свинячий костей. Хмели купить, а то у меня производство встало. Или драконий костей. Так, а можно дракона вырастить? Дракона? Дракона. А высаживать сам будешь? Ну, его надо в землю посадить, наверное, яйцо, и оно там вырастет, нет? Как растут драконы? Я не знаю. Я помню, когда-то в 94-м, в 94-м... Дракона выращивал. У меня был дракончик. У меня была кассета ВХС, там, 90-й какой-то, «Сердце дракона», то ли первая, то ли вторая часть, то ли обе сразу. Вот, и две кассеты разные. Вот, там дракон летал. И что-то делал. И не помню что, но он летал. Вот. Все сломал? Да, я забыл, то, что я колено колянил. Теперь он не раскалянится? Еще есть шанс раскалянить его. Ну там надо этой штукой просто его этой газилкой, горелкой. Или как это по-русски? Годзилла. Драконом подуй, да? У тебя камера то зависает, то отвисает. Да вообще пиздец, надо камеру поднять. Она ну, перегревается, походу. На Ютубе много чего нет. Может быть, его закроют наконец-то. У любимой женщины любимый фильм «Сердце дракона». Это я помню, кстати говоря, да. Дракон отдал половину сердца злому принцу. Блин, а вот это вот я не помню, что он там отдавал сердце. Ну, помню, был дракон, да. Я помню, что он летал, и в него там каким-то копьем, что ли, в сердце какие-то запульнули. Я появился. Появился, наверное. То ли я не помню, это в какой части было, или это может быть вообще моя больная фантазия. Вот, или это вообще из какого-то порно. Или это вообще разные фильмы, и они у меня в голове. Совокупились. Ну, что я говорю, я могу разные эти путать и соединять сюжеты разных фильмов воедино. В один. Так. 200 свиней на 6000. Сейчас бабки надо прокрутить как-то. Но сюда надо нам назначить кого-нибудь. Кто у нас животно? Вот. Кира есть. Горбунова или как его там. Другу. Купить свинью одну ей, вот так вот, вот так вот, и давай хуя мне свиней. Так, сейчас у меня будет пшеница. Самая прекрасная женщина на свете Бакимуния пишет, придется нам с тобой пересмотреть. Конечно, обязательно. Ладно. Давай, рассказывай. Что? Максим, что происходит? Да я пытаюсь выжить в это нелегкое время. У меня 6000 гривен на счету, как вы видите. Пытаюсь выжить в хмельном, в пивном бизнесе. Да вообще ужас. Вон хмель целое лето растет. Пшеница вон сейчас созреет, его надо будет убирать.
Ладно, у меня комбайн есть сломанный почти, но рабочий все еще. Ну, из пшеницы же можно делать пшеничку. Я для этого и посадил пшеницу, чтобы делал пшеничку. Или что из нее еще можно делать из пшенички? Ой, из пшеницы. Можно же какой-то напиток еще более, типа пшеничная водка, что-нибудь такое. Тут воду в коварне нету. Ай-яй-яй. Почему? Почему нельзя так? О, 100 бутылок пива, и все, мы... А, 4000 всего. Оно в цене упало, что-то. Попугаев. Всяких. Разных. Где там? Что-то. Ой, дракон... у меня там помидоры уже растут. Дракон отдал одну почку принцу, ибо принц любил, да. Нет, стой, не почку, а печень. Может быть и печень, кусок. Бля, я малину, что ли, посадил? Максим, где ключи от танка? Нет, чини комбайн. Как работать-то, Джексон, тебе сообщает? Да, он нормально еще поесть. Мне вон какой-то маленький по... О, оно созрело, можно убирать. Культиватор поддержанный покупай. Что тебе нужно? Недостаточно еще... работника. Ты охренел, что ли? Недостаточно работника. Ну, да 9 обалдуев сидят без работы, ёбаный рот. Работников ему не хватает. А чё зависло, зависло, отвисло, и зависло, и отвисло, и вот. Ну, вот. Бывает такое. Что, блядь, происходит с этой игрой, в этой игре? Почему это с этой игрой в этой игре происходит, да? Вы будете... Кого вам не хватает, ёбаный рот? Каких работников вам недостаточно? Зиккурат нужно построить, чтобы... Не, подожди, я же тебе говорил, нужно это, баскетбольное кольцо поставь с площадкой, сейчас подтянутся. У меня 9 людей без дела сидят. А их нельзя это пнуть по яйцам? Я не могу, вот именно в этой части я не могу вручную все это назначить. Совсем? Он просто говорит, недостаточно работников, и все. И как бы сосай. Ну, давайте вам тракториста наймем. Ну, вот, не ту девка какая-то на тракторе хочет работать. Блин, как этот был... Как он, Растеряев, Расторгуев, или как ну. Он, Жуев, или комбайнеры. И вот это вот все. Не сходим. Опять недостаточно. Ну ебаный ты рот, наоборот. Чё-то там с утра они сделали, и потом как, давай, это плуги-вуги. А, это другая песня уже. Они работать не хотят. Итого 12 людей без дела сидят. И никто не идет работать. Зачем ты много так нанял? Сделай их поменьше, уволь кого-нибудь. Пускай. А у тебя, может, у тебя свиней не хватает? А вон, смотри, там над заводом какая-то крутяшка. И справа, и слева, и на поле, и всё, везде. Все, они там справляются, 2 работника всего. Им нужно 4 свинофермы. Чтобы без дела не сидеть. А, я еще не назначил. О, отсюда даже они не забирают. Ставь еще 2. Пускай... Я хочу, чтобы мне они поле убрали. Каких вам работников не хватает? Ядрить тебя направо. Это как в «Войне и мир». Вот я... Хуир. Херачил. Все. Этих слуг штамповал, чтобы... везде доставлялось, и в итоге там у меня половина города просто эти балбесы без дела слонялись туда-сюда, непонятно зачем и непонятно к чему. Понаставил полей, обрабатываем на мулах с гребенкой комбайн. Этот на честном слове работает, и то комбайнер с бубном пляшет полчаса вокруг него, чтобы его величество завелось. Так я не знаю, он, блин, поддержанный купил, и теперь под ним как под ладой придется лежать. То есть, он же мне не говорит то, что у тебя комбайн плохой, он мне говорит, работников недостаточно, работников. У меня 13 человек без дела сидят. Ну, блин, сделай что-нибудь, урежь зарплату, я не знаю.
Чтобы они вообще нахуй не работали. Нахуй они так проебываются, блядь. Это вообще ужас. Вот в предыдущей части такой фигни не было. У меня два тракториста, и причем обе девки. О, пошли работать. Спасибо, блядь. Зарплату поднимай, это бунт. Все, сейчас как приедут. Все, ты всех отправил на каторгу? Не всех, а три двоих. У нас же... А у меня опять хмеля нет. Сколько вы её потребляете, это хмеля, ёбаный рот. Может, они его просто так жрут? Да, блядь, домой уносят. В карманах. Ну, дома варят, а чё нет-то? Я говорю, блин, дома-то ставят пиво. У меня вот товарищ занимался, сейчас не знаю, давно, по-моему, не делал уже. Прям эти, в бутылках там, где-то в подвалах, еще там где-то... Смотрите, я запил сразу. Сейчас буду. Ну, кого комбайн на таком поле? Надо с вручную, косами. Какая анимация. Какое вот это вот все. Максим куда-то ушел, вообще ничего не сказал. Интересно, а что это за значок зеленый? Блин, вот теперь мы будем наблюдать, пока Максим там где-то ходит, как собирается что-то. Пшеницу. Так а зачем комбайн, если можно это вручную? Как же раньше? В средневековье там, да, и даже по. И да и сейчас просто мужик вышел с косой такой видно. Чух! Эх! На-на-на-на-на-на-на-на! Или как там было-то? Или там на комбайне это было? Или это вообще не там было? А о чем это я? А, ну погоди, да. Я надо было сначала сказать, потом вспоминать, что. А то не очень понятно, в общем-то, да. Дома суп с миля варят или пиво. Вот, да, вот, кстати, вот о пиве. Вот это вот я озвучил, а о супе не подумал. Я не знаю, кстати, суп из хмеля. Такое горячее пиво. Нету пива. Кстати, как ты пил сваренное пиво? Ну, вот, не, ну прям натурально сваренное. Берешь на кастрюлю, в смысле на плиту кастрюлю, потом туда пиво, и его греешь, или варишь, и потом я пил, типа от простуды, ну, блин, такая отвратительная хера. Я вам опытный образец принес. Вот такой продукт будем выпускать на нашем заводе. Вот такого цвета. Опытный образец. Самый первый урожай. Из горшка на подоконнике вырос, между прочим. Да. Ваше здоровье, господин. Зарплату мало платишь, они хмелем варят пиво и продают сами. Вот тебе и доп. Заработок. Да, а нам минус с этого всего. Хуя, блин, там сколько? 60 тысяч на зарплату ушло. Да, вообще охренели совсем, просто сволочи. Правда, я заработал много больше. Это 60 тысяч золотых шекелей. И это время впереди, оно не ведает, преград сметает на своем пути. Валюта? Холодный ветер, дождь и град, и словно яркий солнце луч пробьет оковы небосвода, и вот тогда восторжествует свобода. Восторжу свобода. Минус 35 тысяч, охуенно. Что? А? Донат там? Да, я говорю, я это увидел и даже послушал чуть-чуть. Так, пшеничного как бот поет вот этот сюда. Спасибо, это уже какой получается? Раз, два, три, четвертый куплет? Вроде как, да. Ну, целая песня. Так, 400 пива, 400 копченых. Послушайте в исполнении бота. Ну, спасибо за поддержку и таким... способом. Да, спасибо. Так, ну... А я опять в минусах. О, еще 100 бутылок пива. Продать. Теперь мне надо это прочитать в четвертый раз. Нет. Да? Пропеть. Или почти пропеть своим отвратительным голосом.
Это время впереди, оно не ведает преград, сметает на своем пути холодный ветер, дождь и град. Словно яркий солнце луч прорвет оковы небосвода, и вот тогда восторжествует свобода. Ту-ту-ту-ту. Это дудочка должна там быть. Не ту-ту-ту, а та-та-та-тан. Да-да, та-та-та-тан. Та-та-та-та-дан. Или как там было, я не помню. Я уже почти забыл эту песню. И, ну, спасибо, что напомнили КВТ, Clockwork Times. Так, или чё? Time. А, мне надо сено собрать. Пресс для тюкования. Я даже в аренду не могу взять. Тюкование? У меня денег нет. У меня минус 4, 5, 500. Сейчас от тебя хрюшки еще выйдут, нахуй. Перейдут на вражескую сторону, как казака. Как в той песне это было, этого кожаный олень. От меня сбежала хрюшка. Я не вижу в зеркале себя. Или так, как... О, все, есть деньги. Так, покупаем в аренду. Покупаем, да. В аренду. Че купаем? В аренду. В аренду, в аренду, тюковальщик. Нам надо сено затюковать. Туда-сюда. Бля, еще подборщик нужен будет. Охуеть можно. Вручную, блядь, нельзя, что ли, на спине протащить. А просто части можно было. Вроде как. Ну, попылики делаю. Что скажу. Поляков, что ли, оскорблять? Поляков, блядь. Сейчас, я говорю, на Сергунисе YouTube сразу. Сейчас поляков начнешь оскорблять, потом опять древних греков этих еврейских начнешь оскорблять, и там точно желтая монета. Да, она уже обеспечена, там желтая монета. Джексон даже, по-моему, даже не по его даже не слышал этой песни. Послушай, ничего, ну, нормально, хорошее. Clockwork Time в конце тоннеля, по-моему, называется. Или просто яркий свет. Вот. Танце тоннеля, яркий свет. Или как там было? Да. не яркий, просто в конце тоннеля виден свет, да. В конце тоннеля виден свет. И он надежду подает о том, что наше время когда-нибудь принет. Он разгоняет черный цвет, разгоняет грязь и мрак. И на него со злобой воет стая бешеных собак. Та-та-та-та. Та-та-та-ран. Чё-то из малин дорого делать. У меня клубника закончилась. Нет, там у них много чего хорошего вот это есть. Помню этот... Fireplay, или как он, бойцовский клуб, так же называется. Мы уважаем белых, ненавидим качей. Это наш бойцовский клуб. И ты в нем. Пока, Fireplay. И вот это вот все. Че это сейчас было? У нас. Мы как-то под него году в 2007 клип снимали и делали. У нас просто дворовая эта штука была. Вот, мы в зал ходили там тоже. И все прочее. Качай! Железо, брита. Голубый. Но это уже, по-моему, из Коловрата что-то. Так, что у нас идет пах? А уже что? Народ. Какой пах ты хочешь дать кому-то? Пахота. Так, я купил вам клубнику, ёбаный рот, сейчас доставят. О, все, клубнику доставили. Клубника, наверное. Со сливками, кстати. Давай еще со сливки выпускать, только корову нужно. Со сливки. Вот. Так, клубника вот это... Прикольно, да, когда ты на женщину вываливаешь сливок, да, и потом да. В нее клубнику. Ну, в смысле, не в нее, а в сливки выйти. Так, помидор 24 дня будет расти еще. Клуб... А, это малина. Почему я малину посадил? Малина. Да, а что, малину прикольно. Я малину люблю, но... Я ее не помню. Я ее летом на рыночек заезжал, короче.
с товарищем. Я там клубники что-то купил, этой вишни, черешни. Хотел малины взять, но она, сука, боксами продается. Сразу там что-то, блин, за 500 грамм. По-моему, вот, да, сразу это 500 грамм малины или килограмм малины. Там 500, 600 или 700, 800 рублей там у кого по разу. Смотри, вы охренели? С, блядь, с этим ценником. Да и тем более, куда мне килограмм? Я не сожру ее столько. Не знаю, да. И я обычно с огорода беру. С огорода? У меня, не знаю, растет она еще там, потому что дачи уже год, наверное, полтора никто не занимается. Бабка в 20-м году умерла. Вот деда в 21-м, после моего дня рождения, по-моему, там где-то через несколько дней это... оттуда шелся, ну, в смысле, тоже помер, вот, как бабка, вот. И вот, когда бабка ушла, там уже мало, как бы, дачи занимались, понятно. Потом-то, сейчас вот за это время тоже никто нахер не занимался, я вообще даже не знаю, чья она, блядь, теперь. Я купил навоз. Ну, так ты можешь сделать сам? Ну, там, получается, для удобрений хватало. Они эти придурки взяли, заказали. Сейчас скажу, сколько. Ну, 2000 тонн навоза. Или килограмм. 2000 килограмм навоза. Тонн. Хотя у меня жидкий навоз был. Вот, опять же, все они сами делают. Я... ни на что не могу повлиять. Вон, я заметил, только уже поздно они заказали, привезли мне. Ну вот. Вот куда и деньги деваются. У меня 133 шекеля осталось. Кто-то пилит бюджет явно. Осваивает его. Так. 300 свинячьи я могу продать. И 200 бутылок пивеса. 18 тысяч. Мне так солома не нужна. Давай солому, но тебе на 500 рублей всего. Так, 18 тысяч, в принципе, нормально. А у меня тут свинюшки пошли. Тысячи, в смысле. Сисям. Пришла осень. Ой, блядь. Пришел сисям. Я даже не помню, мне Максим вот скидывал какую-то песню, там в припеве этот сисян, блядь. Каков твой генетический код? Сисян. Какой-то ужас вообще. Непонятно, не ясно. Вот именно они взяли и заказали. Хотя у меня вон жидкий навоз был. Точнее, не навоз. А это самое жидкое. 2000 тонн навоза. Зачем он столько? У них же свиньи есть, они не срут. Они взяли и на навозе на моем же заказали столько вот этого самого навоза. Нахера, вот вообще просто... Да, блин, вообще. Вот опять же, в прошлой части я ты мог вручную все выбрать. Что им откуда брать. Да, да, сейчас. Вот я тебе о чем говорю. Берешь материалы вот со стрима, снимаешь еще там свои футажи какие-то отдельные. И ну, надо еще прошлую часть для этого поиграть, а сейчас времени нет. Видите ли, кое-кто мне диск сломал. В смысле, ты же сейчас играешь как-то? Ну я ж не с него играю. Сломал. Так ты сам его неаккуратно выявил, в смысле вынул. Ага. Я виноват в этом. Говорит мне Паша, вытаскивай харддиск, у тебя же это ноут есть. Я вытащил харддиск, у меня там файл по подкачке стоял. И у меня оп, жесткий диск мой старый. Не знаю, какого обратно... года взял и отхлебнул, где у меня сохранения к спящим псам были. Так ты мог его подкинуть обратно и потом файл подкачки перекинуть на другой диск, и все. Да все уже, не запускать там, ему не понравилось то, что один диск пропал, он перестал запускаться.
Поставь причем обратно. Я даже восстановить не могу. Поставь обратно. Я могу восстановить файл 2014 года. Без проблем я там сериал вытащил. Игру могу целую восстановить, то, что у меня там стояло. Но я не могу восстановить файлы, которые у меня были в 2022 году, буквально пару дней назад. Ну, пройдешь, значит, так. Вообще нехер было с ноутбука диска в это... Это самое... Отбирать да. У него это. Может, свиньи не... С этого ноута два диска стоят даже. Может, свиньи не тот навоз производит? А я, кстати, не знаю. Ну, человечьим не можно удобрять, а свинячьим, наверное, можно? Они же жрут там... Свинячьим можно, но свинячий он... Там единственный минус, он пиздец как воняет. Ядрёный. Когда вокруг вас поля удобрять будут, так будет вонять в сторону ветра. Это ужас. Охереют все. Пизды получит весь автобус. Так, 400 свинины копчёной. Блин, она в цене чуть-чуть поднялась. На 12 тысяч, о, 30 тысяч того. До зарплаты? До зарплаты. Так, блин, у меня опять хмеля нет, ну ёбаный рот. У меня, кстати, тоже... Купи, говорит, на 56 тысяч. Спасибо. Всегда мечтал. Так, ты-то сходил, а я-то не сходил. Ты уже там был. Да уже был, я час назад там был. Вот, и мне пора еще раз навестить это место раздумий и курения. Давай вот так вот купим нахуй. Вот, сейчас вот. Бонг. Опрокинем. Блядь, я не дал мне кальяна под удони, ёбаный рот. Жесть. Джексон. Джексон охеревает. От всего происходящего на экране. Вот. И, блин, минус 22 тысячи. Мы тут еще. Ладно, сейчас я на перекур это на перескнив пере вот это вот все скажу и потом расскажу, что хотел сказать. Так, я через пару минут вернусь. Как свиней выращивать? Так, что мы можем сделать? У нас экономика неэффективная. Чтобы пиво производить, у меня хмеля не хватает. Хмель у меня вырастет первая партия через 37 дней. Это еще скоро... О, нихуя, у меня через 6 дней один вырастет. А хули он зеленый такой, а этот желтый. Интересно. Так, тогда... Миллион мы закупаться скоро не будем, в принципе. Можно чуть подзаработать, но это такое себе. Надо чего-нибудь придумать, на чем можно бабки заработать. А, надо посмотреть, что сколько стоит. Можешь яйца продавать. В принципе, у меня вон пшеница есть. Пускай там поклюют курочки. Так, семена, зерновые, фрукты, продукция. А что такое? Джем и черной смородины. О май. Коноплянное масло. Крыжовенный джем. Бля, надо корову покупать, нахуй, вон, сыры производить. На них, в принципе, можно заработать. Сейчас, блин, ага, сейчас. На что я поставлю-то коровник? Вообще надо скурить. Давай, сисян. Так, есть что продать? Блядь. Мало. Вам не хватает. Бля, еще по низкой цене продал. Эффективный менеджер я.
арбуз ценил. Совиньон Блан. Виноград. О, в принципе, мы солод можем продать. У меня 4 тонны солода, ёбаный рот. Ну, блядь, давай половину. Давай 20 тысяч продадим. А 2 тысячи пускай остаются. Итого 1000 рублей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кого тебе не хватает? А, блядь, комбайн еще надо в аренду взять. Поддержанный 69 тысяч. Даже на аренду не хватает. Давай мясо, мясо, давай. Ща. А, у меня свежее мясо есть, нет? О, 300 свинины, о. Блин, цена, конечно, так себе. Продать нахуй. Покупаем в аренду. Ой-ой, у меня... Помидорку созрели. Вон, пошли ребятки с ящиками их убирать. Так, мне нужен комбайн в аренду. Где его взять? Комбайн. Аренда на 24 месяца. Комбайн. Пошли работать. Мать твою. У меня 0 работников. А чё в смысле? 9. А, у меня это закончилось. Охуй, давай контракт вот так сделаем. Так, мне зимой ревотники нахуй не нужны. Вот так вот. Бля, все комбайнеры тут что ли работают? Так тут же всего 2 работника. Где у меня все? То есть у меня своих работников 2 всего было. И хули то, что ты сюда заселился. Здание... В каком здании? У меня хмель созрел. И у меня 5000 рублей на счету. Всем. Руки за голову. Морды и в пол. И вот тут помидорки созрели. Смотри, тут мама охуяли. Помидорки. Помидорки. Вижу. Красненький помидор. Может тогда это 18-ю ферму постримить? А, зачем? Ну что, чтобы этот... Поиграть. А, чтобы ты чисто со стрима хочешь материал собрать? Не, я вообще поиграть хочу, а самому как-то... В последнее время не хотелось играть. Ну, можно, в принципе, и по стриму, почему? И 18-ю, и потом... Ты как какой-нибудь отдельный видос сделаешь. Я думаю, быстрее, чем я делаю Seven Sins. Не надейся. Че, то тоже будешь 2 года его херачить? Полтора. 3.5. Желательно. У меня 2 тракториста комбайнера, и они обе, точнее, помидорки убирают. Потому что у меня закончится контракт на временных работников. А кто на тракторах ездит тогда? Ну вот они, помидорки соберут, пойдут работать. У меня хмель закончился, мне пиво надо продавать. Так это, знаешь, тогда они просто пиздят продукт выращенный. Не, вот сейчас помидорки... А, сейчас помидорки продам, ёбаный рот. Мы же помидорное пиво не можем делать. Помидорное пиво? Не, нету. Зато мы можем делать кровавую мэри. Только для этого нужно поставить завод, который будет сок делать. О, начали хмель убирать, смотри. В телефоне по-прежнему у нас смотрит любимая женщина. О, хмель пошел на уборку. А вот этот ждет, чтобы погрузить всякое. Погрузить? Возгрузить? Эти что делают? Идет опрыскивание. В этот самый... А, помидор продать нахуй. Вот тут продукты просто не гниют. Они могут
пару лет пролежать, как бы. Ну, а во второй части... Помидор в цене, между прочим. А во второй части или в какой-то было части? В первой там у каждого продукта срок годности есть. Ну и как там твой этот, наш экспериментальный пшенич? Вкусный получился? Вон, собираем только хмель. Не, у тебя опытный образец на столе стоит. А это уже секрет. Купите, попробуйте, да? Сейчас как начнем производство купить. Да, нормально. О, сейчас заработаем с первого хмеля. Сколько? Надо придумать название пива. Ты три... Крабовый мэрин. Сейчас поставим водоем. Крабы производите. Да, ну мы же можем этих малкалей или как этих зовут? Кого? Кого ловил ты этот такого? Кто? Как в эту в песню Наутилус стоит. Карасей. Что-то там рыбачил апостол Андрей. Спасибо. И ловил карасей. Не, не карасей, пискарей, по-моему. А, ну, наверное, да. А спаситель ходил по воде. И что-то там дальше было. У, 4000 хмеля. Возвышается крест, под ним десяток солдат. Так, 18 дней созревать будет. придется хмель мне купить все-таки. Это какой хмель у меня? Хмель каскад, а мне, значит, нужно купить. Маринка? Какая Маринка? А, ну пускай, подожди, пока Маринка вырастет. Щук предлагают выращивать еще. Уха же делается из щук, мы можем сделать уху? Ой, блин, смотри-ка, копченая свинина вообще в цене упала. А свежую можно продать. Ой, я оба продал, сука. А кабана можно коптить? Да. Ну, зачем? Я слушай, как кабан, наверное, он дороже стоит. Вот, и от этой картины Андрей офигел. Он такого не видел нигде. Джексон пишет. Класс. Кабанье мясо стоит 65 рублей за килограмм. А свинья сколько? 52 рубля за сантиметр. Свинина? Километр. Свинина 17 рублей за килограмм. Километр свинины это сколько? А, да. Вот то самое число. А кабана коптить нельзя. А почему? Потому что это дичь. Да, по-моему, коптить. Хотя какая дичь, если он вон тут растет. Коптить можно все что угодно. Где угодно, наверное. Ну, давай посмотрим, как ты дичь закоптишь. Почему копчуха в цене упала? Что за инфляция? Закормил их, ёбаный. Вон, пива давно не было с нашего завода. Да. Бакс упал, блин. Чё цены конские? Вон бакс, кстати. 79,85 сейчас стоит. А чё цены такие? Вот, я сегодня сходил в аптеку, купил супрастину, купил тест-полосок 25 штук, и, блин, охерел, там на 500 с лиховым рублев вышло. Чё за нахер? Никогда такого не было. И так, очень странно. Странные дела. Ты так, кукурузу? Мы делаем новое пиво. У нас хмель каскад будет, горький купаж. Ароматный купаж у нас будет Марина. Маринад. Маринад будем делать. А зимая пшеница. Вкус у нас будет малина. Вот, а и этикетка. Вот это еще черный может быть. Или вот это фиолетовое с буквой L.
Давай баклажуни забери, да. Ну, ба. Фиолетовый, да, название не нужно. Как а, малина. Малина, а там что, какао бобы или что? Малина бобы, блять. Малина бобы. Название вот. Какое? Ну пиши гамгунис фирменный. Не, что так себе. Пускай будет так. Я не понять не могу, если в России доллар ни туда, ни сюда теперь, то зачем он нужен? Почему он до сих пор столько стоит, а не рублей 15? Ну, потому что его много, он как бы в обороте, но по факту ничем не подкреплен. Он у них просто это станок стоит, они его печатают, 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 а по факту под ним ничего нет. Вот. И надо бы уже отказываться от этого доллара совсем, чтобы он там 25 копеек, как в Советском Союзе стоил. Вот. А позже в России 25 рублей. Нам можно доверять насчет экономики. Да. Вы уже видели, как мы... Ой, откуда мне 26 тысяч? Да, донат прилетел, наверное. Генезис Тек. Вот название. Почему Генезис Тек? Я назвал его, я забыл как... Пшеничка нах. Пшеничный нах, скорее всего. Это так, наверное, работает. Не, это ж крафтовый, надо по-другому назвать. Крафтовый. Пшенич. Крафт свин. Не, малин сви. Свин. Малина свин. Или как там было-то? Или это другая песня? Или что там пели? А, там про голуби. Не. Пиг. Пиквайзер малин. Пиквайзер берг, блядь. О, это настоящее крафтовое название. Пшеничка в штанах. Так, о, 10 дней. Сейчас пойдет производство. А мне скоро зарплату давать, сейчас опять в минуса уйдем. Да поставь им KFC там, пускай они эти, как они, крылышки жрут и нормально. А, может, пока деньги есть, блядь, корову сделать? Или курочек? Позови армян, они шурмячную поставят. И никакие мы не сектанты. Подписка на Twitch. Да, спасибо за подписочку. Пока не заблокировали. На Twitch. А, рыбзавод поставим, что ли? Какой огромный доктор Кокис. Да? У тебя меньше доктор Кокис? У меня, по-моему, меньше доктор Кокис. Наверное, но это не точно. Если у нас будет рыбзавод, то мы из рыбы ничего не сделаем. Потому что, чтобы помимо свинячьей на коптильне сделать, нам нужно пол ляма вложить. Чтобы еще один конвейер запустить коптильный. Пожалуйста, ответьте на Твиче. Тем временем, Джексон, пиво пшеничка в штанах. Почувствуй себя богатырем. У нас рекламу делать. У нас Пигвайзер малин будет выпускаться. Пигвайзер берг. Сейчас только 8 дней осталось до созрения маринки. А я правильно настроил там, нет? А как что это ж там было? Маринки, такие ляшки. Маринки, да, именно маринки были. Вот я не знаю, это так же там делается? Так, 42 дня. А, мне, блин, малин, что ли, придется покупать еще? А, у него малина. Откуда у меня малина? Так ты же сажал малину в теплице. А они уже собрали, что ли? А, ну получается, собрали один, да. Ты клубнику в теплице сажал или малину? Не, я малину садил. И сельдерей, что? Сельдерей тут нету. Проколи. Минус 19 тысяч. Спасибо за донат.
Минус 19. Спасибо Гамгунису за это. Минуса уже пошел, ушел, и все, все с этим нормально. Стало вдруг. Созревай, давай. Два дня. Надо организовывать рекламную кампанию срочно. На пыло? Так, там, да. На местную нашу пшеничку. А копченую свининку? Так, надо прочитать. Котопес, спасибо за 350 отечественных шекелей. За поддержку таким способом в том числе. А он говорит нам спасибо Гамгунису за это. Ну, спасибо нам. Спасибо тебе. О, пошло дело убираться. Хамелина. А там они вручную... А, не, не вручную. Он как комбайнер ездит на специальном комбайне. Поддержанный культиватор. Да, он, кстати, арендованный, да. Арендованный. А когда аренда кончается, там написано? А там как каждый месяц только-то списывается. Это на 24 месяца, что ли. А как он сквозь трактор проезжает? Он еще что-то из тележки, по-моему... Шужок туда-сюда. Чуть-чуть чужое, вот это вот все. Так, ну производство пошло, нет? Я не знаю, там вообще работает. Ты сколько сварил вообще? Сколько стрим идет? Ну-ка сейчас посмотрим. Стрим идет 3 часа почти. А сколько ты сварил пива за 3 часа? Мне вот это вот интересно. Что не так в моем сообщении? В каком сообщении? Я вот последнее, Джексон, вижу только про «почувствуй себя богатырем». А я больше не знаю, сколько от тебя дальше сообщений от тебя не было, по крайней мере. О, пошло наш этот пигвайзермалин производится. Сейчас мы из минусов выйдем. Так, что там, любимая женщина с сердцем дракона фильмом, в смысле? И... Да. А, что-то не пишет ничего. Ну и ладно. Я все равно жду. Так, постоянно телефон. Ждите. Ждите. Да, то пишет, то не пишет. Так, это... Ты видишь закрытые сообщения? Нет, не вижу. У меня включен вроде весь чат. Не видно. Но я вроде... Сейчас, может быть, я обновить попробую страницу. Может быть, тогда он мне что-то покажет. Добро пожаловать в чат, он мне написал только. Так, нет, все. Там, если там содержатся, может быть, какие-то ссылки или какие-то слова, я не знаю. YouTube, у него очень странная модерация. Он там как-то сам модерит. Тем более, по-моему, у нас даже вот эта вот автомодерация ютубовская не подключена. Я ее не подключал, потому что она жутко стрёмная. Вот. И... Оу, сейчас первую партию пива продадим. Пиво продадим, да. Так, а в этом Яндекс Дзен мне пишет то, что 2.40 стрим идет, а Twitch пишет то, что 2.45 почти идет. А YouTube не знаю, сколько пишет. Так, там по-разному. Мне надо купить малину. И ВКонтакте не знаю сколько. Тут вообще шкалы нет времени. Да. Да. Надо же. Я только заметил, кстати говоря, то, что пока нет временной шкалы. Откуда мне рассада помидора? Так, наверное, это по весне на подоконнике высаживал. Че, не помнишь, в этом ящике деревянную такую землю? Да не знаю, если мы это по пластику сейчас усаживаем. <св->
Я писал, что если буду подобную рекламу делать, то меня критики завалят статьями батхёртными, но там было иначе написано, его не пропустили. На ютубе показывают 2 часа. Вот я сейчас страничку обновил, у меня 2.40 с пипиской, 2.41 там что ли. Я вот на временную шкалу навел. Скажешь, когда 3 часа будет? 3 часа, да мы 3 часа, да, сегодня до 3, до 3 часа по Москве когда будет или что? Я, конечно, понимаю, тебе спать не надо. И на работу завтра не надо. Совсем. Я еще с записями, еще с теми 5 стримами не до конца расхерачивался. Поэтому завтра надо еще с записями поработать. И в том числе, наверное, и с этой сегодняшней. Так. Производство пошло. Но у меня катастрофическая нехватка малины. Может, еще одну теплицу поставить? Ну, с малинкой, да, надо. Так, где у нас теплицы были? Вот, ну, опять же говорю, YouTube очень странный, и там у него модерация тоже не менее странная, поэтому я его максимально отключил, но все равно он там что-то делает, что-то не пропускает. Я не знаю, какие у него там критерии. 7000. Блядь, ставить нет теплицу. Вот, и на втором ютубе, кстати, больше показывает, 2.46, а тут 2.43, условно. Вот. Ну, стрим один на 8 площадок. Получается. Ты опять 40 площадок запустил? Не 40, а 8. 48. Вот. 48, да, и время старта просто различается стрима. Вот, и отсюда разное время получается. Вот, там, где-то он на 5 минут раньше, где-то на 3 минуты позже. И вот это вот все. Итого на 20 тысяч свой пи-пи. Бля, я все еще не могу выиграть. Пигвази Марлина. Марлина. И копченой свинины, блядь, она все еще. Копченого гуса давай. 25 тысяч, ставим теплицу нахуй. Ел когда-нибудь курицу, насаженную на бутылку пива? Да. Я нет. Я готовил. Я нет, я не могу. Я спалю. Не, ну по чутким руководствам любимой женщины. Конечно, смогу всякое приготовить. Бля, я только хотел поставить, уже в минус зашел. Ну, ёбаный рот. Чё там курицу готовит? Ну, он её на бутыль насадил. На бутыль курицу, значит, блядь. Поставил. Много готовить её не надо, курицу. Что её надо? Много готовить не надо. А сколько ее надо? 3 года с половиной дня до 5 утра. Ну, а ты под... Какая температура готовки будет? Я откуда знаю? А где у меня люди? А вот, пошли работать. А тут что у вас? Растет? А что говорит? А у нас второй твич идет вообще сегодня, нет? А ты зачем его запустил? Я, по-моему, не, второй твич я, по-моему, не запускал сегодня. Да, он в ретрансляции находится. Сейчас. У нас пиво встало. В куда? Ой-ой! Вирус! Свинячий вирус! Свиновирус? Подожди, нам же нужен корововирус. А у нас свинячий вирус. У нас коров нету, у нас все вылечили, уехали. Вылечили, уехали. А подожди, а здесь можно какую-нибудь корову завести? Да. С толкача. Ну, хочешь с толкача, да? Вот, и... Как из минусов выйти? Тут же есть молочная ферма...
масляная ферма, а сыроваренная ферма есть? Она же тоже из коровы делается. Да, сыроварня тоже есть, масло есть. А с маслом? Корова, как корова с маслом бутерброд. Так. Да, о, у меня малин созрела, и то, так, чуть-чуть малины прикуплю сейчас я, и будет у нас пиво. Так, малины на 22 тысячи купить. Чё так дорого-то? Надо от малины отказываться в пиве. Она слишком дорогая. А бутылка всего 54 рубля стоит. 54 рубля, 78 копеек. Это не крафтовое пиво тогда, если оно столько стоит. Ну да, это так, такой подвальный, подъездный вариант. У нас, кстати говоря, зима, 12 месяц пошел, но тем временем помидор там растет. Помидор растет. Временных работников уже нету. А где снег и вот это вот там все? Где снег, да? Чё за херня? Почему все зеленое? Ну, вон там деревья хотя бы пожелтели. Там вообще, может, это осень, а не зима? Ну, 19 дней до зимы 3. А, может быть, через 3 дня снег выпадет? Ну, может. Так, этого уже убирать не будем. Я так, мы сейчас... Ой, малина пошло производство. Туда-сюда. Так, я хотел теплицу поставить. Чё-то там 3 часа есть, нет? А, нет. Я ж вижу вообще стрим, сколько здесь, 254 вообще. Пришла зима, наступают первые заморозки. Полевые работы пока окончены. 2.48 мне Яндекс показывает, ориентируемся по нему. А у меня 2.54 ОБС. А, Яндекс был запущен самый последний в рифме. Послышал. Можешь еще что-нибудь посадить? Можешь попытаться из минуса выбраться? Бля, сейчас зимой хуй знает, как это сделать. У меня свинюшки, конечно, растут. Или... Я не могу ничего построить, у меня 6 тысяч рублей. Че, жопу, что ли, продавать? Вот ты тут... все с этими, со свинами. Вот и я тут захотел вдруг свину и взял кусок свинячьего уха. Молодец. Отвратительная херня, конечно. Зачем ты их берешь? Да я на подоконнике нашел. Я не знаю, сколько она там лежала. У тебя на подоконнике там что-нибудь советское еще может лежать. Во! Снег пошел. Не, ну периодически там что-то... О, смотри, у нас экспериментальный образец. Он такой пенистый. Наконец-то дождались. А как свины на улице вон там живут? И кушают? Бля, не знаю, вроде довольно, блядь, валяются. Зачем ты бутылку уронил? Я не ронял бутылку. Чё там пиво полбутылки? Ой, пена. Я налил. Вот пшенично, оно пенится дохуя. Надо охладить было хорошечно. Так. И полстакана пены, полбутылки пены. Что за... Какой-то неправильный. Вот пшеничное такое оно. Так, теплицы тем временем растут. У меня всего одна теплица и 6 тысяч рублей на зиму. Перезимовать на 6 тысяч шекелей. Так. 500 килограмм на 15 тысяч копченого мяса. Копченых свиней. Только что 20 тысяч было, уже минус 8. 20 тысяч. Осталось 7. Еще сколько? Еще 80 дней до конца зимы. Но оно и минус 8 тысяч рублей на счету. Все очень плохо.
минуса пошли. А что будет, если совсем минус-минус-минус? Коллекторы придут или что? У тебя конфискуют, будут свинов конфисковать? Ну, как бы ты ничего не сможешь делать. Ничего не купишь минуса. Потом никого не останется здесь, а минус будет все равно продолжаться. Как этот самый херачить. Да, блин. Печально. Вот смотри, вот сверху вот эти хуйнюшки. Вот, хмель минус 15%, арбуз минус 17%. И за весь стрим это все нихуя не менялось. Интересно, а почему так? Поляки. Не доработали игру. Как бы и в предыдущей игре с этим баг есть. Там можно сохранить какой-нибудь вот тут сверху. Какой-нибудь продукт у тебя, сколько там количества там на складе валяется, чтобы мониторить. И если ты выходишь из игры и заходишь в нее, там она просто зависает. Нужно убирать и заново ставить, чтобы работало. А ты можешь... оттуда оно просто вообще не работает. А, о, ты смотри, можешь тут... какое-нибудь здание продать, чтобы заработать? Смотри-ка, что есть. Ускорение можно... времени. Месячные выплаты минус 63 тысячи, корм минус 3 тысячи, ветеринар 2 тысячи, производство минус 36 миллиардов евро, долларов США. Почему? А чё так много-то, блядь? Вот, итого у нас, бля, мы чё, ещё минус? Ой, в плюс уйдём? Да ладно. Давайте. Ещё и в плюс. А ты можешь сразу пропустить? Ему в плюсе, господа, не знаю откуда. На миллион шекелей? А чё за читы? Откуда у меня? Итого у меня 1000 килограмм свинячий, свежий. Нужно чуть-чуть продать. Копчёное продать. Ебать, оно в цене взлетело. Ну, за зиму понятно. Вот, так, целый итого миллион есть. Третий месяц. У нас идет пахот. Они помидоры выкорчевывают? Я не знаю, откуда они бабки взяли. А что там летает по экрану еще? Или это люди? Птички. Че, как корову ставим, что ли? Корову, ну, нужно, чтобы молоко давало. Из молока же можно всякое делать. По идее. Давай корову будем ставить, да. Или две коровы поставим? Давай, да, давай две лучше. Две лучше, чем одна. Много, не мало. Только так. Кормить их еще, поить придется. Ща, мне надо еще работников нанять. Животноводов. Заодно удобрений дополнительный. Лепехи вот эти вот кровячие. Ты устроена, товарищ. И ты тоже устроена. Только мне здание за 30 тысяч надо построить сначала. Здание, чтобы кто-то где-то жил? Да. Так. Они в одном здании тебе... О, смотри, можно корову купить, а можно оленя. А, олень. Давай в одну оленя, а вот этого, да, годовалого. А в этот, как он, во второй корову. Эти сволочи жрут яблоко и траву. Блядь, еще траву надо хуярить, да? Такая махорку ж можно, да, это ганжубасы что засадить там. Так, овес нет. Ячмень нет. Фиолетом. Давай вот так вот сейчас закупимся всякого. Всякого разного. Малина на 40 тысяч. Купить малина на 40 тысяч. Бабки есть, сейчас потратим все. Сейчас ты все вообще там потратишь. Сейчас траву купим. Все, что нажито непосильным трудом. Два магнитофона, портсигар и вот это вот все. Куртка замшу. Куртка бей? Куртка бейница. Там кто-нибудь скоро, мне так кажется.
Я только что нанял животновода. Он пропал. Он пошел куда-то работать. Они в это, как в доме пачками живут, или для каждого, каждой вот этой обезьяны? По пачками. Ага. Ну, для каждого обезьяна нужен этот, нужен какой-то отдельный дом построить. О, нихуя себе, блядь. Тогда ты там целый район бы. И точно нету баскетбольную площадку, пришлось бы строить и KFC. Так, сюда мы коров поселим, да. А коровы нужно жрут траву силос. Давай силос жрите. Сейчас силосы тоже купим. Силос. Кушаться. Кушайте силос. О, пацан, смотри, что там 3 часа было. Как, блин, как это в каком-то мультфильме старом моем дедовском было. Пейте, или это в рекламе вообще, или это было, не помню. Типа, пейте, дети, молоко, будете здоровы. Ну. А, это в этом, по-моему, как раз в мультике вот этом на советском, где бык и бычонок, вот этот, типа, папаня. Да. Но могу и ошибаться. Могу и путать, у меня... Сюжеты разных фильмов могут сливаться в один. Вот. Придуманные моим больным воображением. Да. Так точно. Что происходит? Ты все продал, все купил. Да у меня там вон хмель уже обрабатывается. Растет, каскад. Пшеница растет. Бизнес попёр. Попёр. Этим было даже свиней, блядь, не хватает рубить. Живодёры хреновые. Короче, знаешь, что я тебе хотел предложить? Лично, либо ты, либо, может быть, я. Лучше короче, ты. Вот, по-моему, буквально вчера, что ли, или позавчера, моя любимая женщина мне какую-то игру про бобров говорила. Что-то знакомое, я только слышал, правда не знаю, там, что там. Там колонии бобров руководишь, и вот это вот все, там что-то с ними делаешь. Вот, но я, блин, вообще забыл, как она называется, сейчас я посмотрю. Бля, вроде тоже стратегия. Да. Насколько я помню. Вот, она там уже две колонии бобров угомонила, и вот сейчас там какую-то отдельную карту с вечера делают им. Сейчас я посмотрю, мне как раз скриншот она кидала. Угомонила? Скриншот она мне кидала. За что бобров-то? А, две колонии? Ну так получилось то, что две О, колонии. Молоко пошло. И заболел наш олень тем временем. Оленьим вирусом. Оленя вирус. Он смотрел, вот. Олень хуярит там. Оно просто в кучу взошло, вошло. Он совокупляется с кучей сена. Или сейчас пойдет с коровой. Ну как корова там нормально ходит, а вот олень. Таймберборн или Таймберберн, этот как игра называется, про бобров. Вот, я скриншот нашел. Мы же сыр будем делать, да? А? Сыр будем делать. Может и будем. Ну из молока-то можно всякое делать. Можно сыр делать, можно молоко доить. Можно... Ну, молоко уже доится. Можно что-то еще. Олень не дает молоко? А в смысле, почему они не дают молока? Это же олень. Олень под мясо, что ли? Под мясо, да. Нихуя, давайте. А что он еще может давать, кроме мяса? А у меня нет. А, оленя? Маленьких оленей. Бля, я должен сейчас пол ляма выложить, чтобы запустить конвейер живодерни под оленя. А у меня пол ляма только и осталось. Да а чё, олень один, зачем придётся? Ну, придётся оленей так продавать.
у тебя один олень, и его нужно... Он сам собой же не может размножаться, вот вообще, бля, физически же никак. Ну, вон там ветеринар здесь, они там суют себя, всякие штуки разные. В оленя, блядь? Да. Клонируют? Так, давай, что делать из коровьего молока? Сыр из коровьего молока есть. Вот, я же тебе говорил. Сыр из коровьего молока. Какой дороже? Масло. Вот, масло, говорю, делаю. А что сыр дороже? Ага, так. 68. 54. 72 тысячи, а это уже коза. Нужно. Козий сыр, да. Он такой. Ну, он, кстати, вообще своеобразный. А молоко козье я не пил, а козий сыр соленый. Такой. И мягкий, мягкий соленый. Удивительно. Так, давай вот это делай. Так, назначить работника. Не, вот эту девку назначим. Пускай там сыр делает одна. На целом заводе. Пускай туда-сюда. Так, для пива не хватает не малины опять, а малина уже собирается. А, нет. Так, не будет наш больше малины в рецепте. Мы возвращаемся к клубнике. И переименуем клубниг. Клубнига. Клубный нига. Так что насчет бобров-то? Ну, играй. А чё я-то? А чё я? Я обучение не пройду. Вот. Попробуешь, пройдешь. Вот, я в тропика-то не смог. В какой-то. А потом во второй смог, но не так смог, как надо было смочь. Так что мне надо тогда теплицу поставить, чтобы клубнику там выращивать. Ты все-таки до 3 часов ночи собираешься? Я жду, пока ты скажешь, все, там 3 часа. Так уже 3:03:33. А у меня 3:09, ну все, сейчас там теплицу поставлю, правда не знаю зачем, я больше вряд ли буду играть. Не, ну ты футажи себе снимать все равно надо. Отдельные какие-то. Ну, чтобы футажи снимать, надо задумать там всю хуйню. О, ну, сыр пошел, товарищи. Сыр взошел, блять, вырос из земли. Ну, сейчас сыр продадим и закончим. А то пиво пока ждет. А что, собственно, уже сейчас понакупим всякого. Главное. А сезон пропустить можно и... Да, только зиму. А, только зиму. Там, по всей видимости, была какая-то это поддержка малого бизнеса. Я не знаю, блин, я бы уверен, что сам бы не заработал столько. Инвестиции. Это как проснуться утром миллионером. Да. Инвестиции, донаты. Это средний или малый бизнес? Да скорее средний, ну, а может быть и... Не, это небольшой, но средний, наверное. Большой бизнес подразумевает... Ты, блин, смотри, какие же живодеры, блядь, им мяса не хватает. У меня 4 фермы для них работают, а им мяса не хватает. Свинюшек рубят, рубят. Живодерни, еба. А олень у тебя один до сих пор тусуется? Да. Чё-то ему, наверное, корма надо чего-нибудь добавить. Там яблок, свеклы. Как корова тоже одна. Зато свинятеров он. Бля, это не корова, это производственный. Хер пойми кто, она столько молока дала. Инкубатор. Там, блин... Все, столько сыра уже из него вышло. 115 килограмм сыра на 2000 рублей. И на 8000 пива. Из коровы тоже, походу. Коровье пиво. И 17 тысяч копченой...
А, 1700 копченой свинины. С утра у меня вышла черепаха. Ну, тут корова. Вон, смотри, 500 тысяч, 555 заработал всякого. Ты можешь посадить там еще одну или две коровы, и прямо они вообще у тебя будут доиться до всего этого. Вот, можешь бочку молочную поставить. У нас засуха тут. И чё, как корова не будет доиться, значит? Да, надо по поля побрызгать водой. Чё? Чё? Я продал. Можно заканчивать. Я еще продам. Блин, может... Ой! Погоди-ка! Может, я клубнику продал. А еще у меня 2300 бутылок пиквази малина на 120 тысяч. Зачем ты нигу продал? А я случайно. Итого у меня 600 тысяч. Сохраняемся и заканчиваем. Так. Я сохранюсь, но, конечно же, играть в это лучше. Успешный успех назовем. Нет, КВМ-сит. Чё? Какой невкусный пиво. Чё сидим? Час, вот, ну у меня надо пиво покупать. У тебя, блин, пока надо... Не, блин, кстати, недалеко от лесопарка, по-моему. Только что 2000 бутылок продал, ёбаный рот. Так оно уехал-то куда? Ну, блядь, не туда, куда надо. Куда, блядь? Куда-то, в какие-то определенные магазины. И поэтому, вот... Я себе замок построил, ёбаный рот, за 100 шекелей. Тысяч. Вот. И вот, метро Лесопая, Лесопарк, да. Вот, у меня ближайшее. И... Там через МКАД, получается, есть магазин этот, как они, Вина Мира, что ли, или как они там, Мир и Вина называются. И вот там как раз вот это букет чуаш, и вот это вот все продается. Может, деревню купить. Какой деревни? Вот тут деревня какая-то заброшенная. С коровами. Вот а тут... зачем ее покупать? А ее можно купить? Можно отремонтировать, и будут работать. А, тут дома просто же, да, можно. Только считай, это вот один участок, и это еще один участок. И, блин, аренду еще платить придется до хера. Купить миллион. Землю. Ух, ебать. Ну, купил. Всего-то, что ли? Фу, копейки, блядь. Всего-то 60 тысяч каких-то. А ты соединить можешь? Я, блядь, не туда купил. Мне в другую туда надо было покупать. Я тут на карте не вижу, где оно. Вот. 106 тысяч, вот это дорого, да. Вот это еще один участок. Можно только в деревне купить. Вот тут сарай будет. Здание для работников. И еще один сарай. Еще один здание для работников. Малый коровник. Еще один. Блять, сколько сараев. Короче, играем по-крупному. Все, давай. Заканчивать пора. Ну, чуть-чуть Паша отвалился. А у меня камера зависла. Ладно, будем заканчивать. Всем спасибо, всем пока. Спасибо за поддержку. Сейчас буду Пашу искать, где он там. Сейчас там ему, наверное, интернет перерезали, может быть, как в старые добрые времена. Все, всем спасибо, всем пока, удачи.